Всем привет, ребята, с вами канал Кубидан, и сегодня мы продолжаем играть в Stellaris Apocalypsis. Опять у меня руки отрезались, отстой, да? Надо было повыше камеру поднять. Эх, да, сегодня можно менять качество, ребят, поэтому твичане, возрадуйтесь, эта функция вернулась к нам. Нет, на самом деле я выяснил, в чем проблема, в общем, смотрите, как твич действует. Так как я не VIP-персона там, так как я... Вообще непонятный лох с улицы, хотя странно, у меня даже подписчики есть, платные. Вот, поэтому, если я не стримлю больше, чем 3 дня, с меня снимают эту штуку, да? Ну, то есть, подкручивание с этого, как его, подкручивание качества, вот. И, в общем, вот это ответ на вопрос. Вот и все. Здравствуй, Серый КС. Здравствуй, Рама. Здравствуй, Дарквин. И Мутантус. Так, больше вроде никто не прибежал. Не, никто не прибежал. Вот, ладно. Пока да. Да, барыги, на самом деле. Ну, с другой стороны, на самом деле, это так смешно, потому что, в принципе, видео перекодировать, может, это больно, но может и не больно. Все равно они это делают большими массивами, не знаю. Ах. Ладно, не будем о грустном. Давайте потихонечку начинать игрульку. Вот, Stellaris сегодня обещает быть хорошим. Вот, я надеюсь. Так, ребят, сегодня еще будет стримчик игромании. Вот, я сразу говорю. На игромании сегодня будем играть в Tomb Raider 2. Вот, я буду сегодня рассказывать сюжет, свои впечатления, потому что Tomb Raider 2 это было то, с чего я начал вообще знакомство с нашей Ларкой великолепной. Поэтому да, я думаю, это будет интересно и увлекательно. Стримчик будет в 9 часов. Вот, а завтра, к сожалению, стрима вообще не будет. У меня завтра очень важный день на работе. Я бы даже сказал, прямо... как это называется, меняющий просто орбиту между, я не знаю, меняющий полюса на планете. То есть, либо завтра, я как это называется, отдали в неравном бою всех недругов, или же... Хотя нет, почему недругов? Либо меня завтра поддержат, либо нет, но в любом случае, я надеюсь, буду довольным, когда приду домой. Здравствуй, Данил. Поэтому не уверен, что завтра будет стрим, потому что, собрание будет вечером, тар-та-тар. В общем, вообще полная попа, ребят. Вот, и поэтому да. Поэтому стримчика завтра не будет. Зато в пятницу, наверное, я зафигачу длинный стримчик. Постараюсь, по крайней мере. То есть я, может быть, начну даже раньше, вот, и закончу попозже. То есть поиграю в Stellaris, еще что-то. Потому что там уже, полегче будет, посвободнее, я бы даже сказал. Привет, Грут, как дела? Дела. Ай, боже. Хорошо, что я это на экран не вывожу. Грут, здравствуй. Ты не первый. Ну как же так? Ты же знаешь, каждый день. Подходить к моим стримам, это вот как люди, которые, которые живут рядом со школой, рядом с университетом, да? Вроде они, в 5 минутах от ходьбы, от университета и всего такого, но они, все равно опаздывают. Вот то же самое, да, Грут знает, во сколько надо прийти, чтобы прийти первым, и не приходит. Ай, боже. Загрузка графики, подготовка игры. Так, значит, сегодня по плану у нас жесткая экспансия. Мы будем просто захватывать все живое, все, что движется, все, что не движется. Уганда... О, нифига, они своего строителя на... Так, подождите, ребят. Раньше такого не было. Вот я с вами делюсь, раньше такого не было. Раньше строителей они не нанимали. Это прикольно. Мне это нравится. Так, этот, насколько я помню, сейчас куда этот идет? Этот захватывает этот. Сейчас как-нибудь сделаю. Вот эту планетку, конечно, надо бы себе цепануть. Да надо все уже цепануть себе. Так, здесь 500. Так, вторая армия у нас только начинает подходить. Да, что там у нас только... У нас, насколько я помню, там, да, только 5 корветов. Ну, давайте еще 3 закажем и пополним. Точнее, вот так вот пополним. И еще 3 сверху закажем. Так. Раз, два, три. Вообще, от корветов уже надо отказываться. Вот, не то чтобы у меня было очень много ресурсов, но между тем. Так, космические станции пока, я думаю... давайте посмотрим, что тут можно сделать. Так... Я думаю, это нам не надо. Здесь что? Во-первых, где эти станции? Станция здесь. Конечно же, здесь нужны ракеты. Конечно же, здесь
Я, наверное, поставил. Требуется колонизация планеты. А, то есть нужна колонизированная планета. Ну, мне же лучше, на самом деле. Так, оборонительный компьютер целевой связи. Командный центр. Так, это что у нас? Командный центр плюс скорострельниц. Нет, я хотел здесь поставить суперкомпьютер по обороне. А вот, суперкомпьютер оборонительной сети. Плюс 8 оборонительных платформ. Это на всякий случай. То есть, если у меня вдруг, блин, содержание 2. Ауч. Ну ладно, пускай будет. Все, поехали. Продолжаем. Продолжаем. Генерал, прыжи, прыжи, продолжай. Так, у нас 9 планет. Это я точно помню. У нас почему-то здесь огромный минус по еде. Надо это как-то... А, ну да, я вспомнил, почему огромный минус по еде. Потому что я тогда нехило так очканул. И мы начали активно развивать... Ну, не в эту сторону развиваться. Ну, давайте, 2 как раз у нас по еде будет. Здесь мы сейчас построим электрическую станцию. Так, стоп, мне кажется, у меня это... Рабочий, да. Еще один рабочий построился. Так, этим рабочим я уже хотел окончательно забивать все дырки. Ну, то есть, ну, вот эти шахты, которые у меня тут остались, да. Эти-то сами с собой разберутся, да. Но я вообще хотел им помочь. Но раз уж пошла такая пьянка, то я, наверное, не буду им помогать. И пойду сразу вот сюда вот. Не хватает влияния. У меня влияние кончилось. Мамочки. Ну все, приплыли. В среднем по больнице день прошел нормально. Это хорошо. Это хорошо, серый конец. Хотя тут больше серых нет, поэтому пока тебя буду звать просто серый. Потому что бывает, заскакивает еще серый. Вот. Так. Этот на орбите. Вообще, где они? Обретает навык трудолюбия. Это хорошо. А, это вот как раз новый, который у нас есть. Так, что у нас тут? Так, это мы схватили. Сюда что нужно? Сюда? Давайте сюда продолжим. Хотя, блин, нет. Лучше... А, уже это... Все, это уже строится. Значит, сюда. Так. Сколько у нас там тысяч? 3000, да, у нас получается общая сила. Просто я не хочу тащить всю свою огромную вот эту армаду вот на вот эти вот маленькие капельки в 500. То есть, видите, да, то есть вообще не... Так, а тут что-то уже серьезное, смотрите-ка. Тут что-то прям... Вау, мама моя. Смотрите-ка, 9 тысяч, 1000, 1000, 1000. Это сколько суммарно? Получается 13. Потом 17, 18, 19, 20... Не, нифига себе. Это еще не скоро. Ладно, хорошо. Это найс. Ну, в общем, этот пятачок, я надеюсь, пока никто не схватит, хотя здесь уже появилась вот эта зараза, которая потихонечку разрастается. Так, тут инопланетная раса, и тут неизвестно, да, какого, 500. Ладно, там, короче, еще пару эсминцев сверху добавить, я думаю, и будет самое то. Вообще, я очень скучаю по своему инкаму, который был 300, по-моему, в самом начале, но это да, это мы потом докинем. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Все, и пару крейсеров потом закидаем сверху, и будет вообще хорошо. А у нас норм, снегопады, холод, пробки, ой боже. На самом деле, у нас сейчас на улице, ну как, нормально стало. То есть вот было до этого вообще ад. Почему ад? Потому что, ну, была, во-первых, холодина. Вот, ну, холодина относительно, да, то есть мне, в принципе, не холодно было. То есть минус, какие-то, блин, минус 15, это вообще ни о чем. А потом как бы все так, фермерские субсидии. Все вроде нормализовалось, и сейчас вообще никаких проблем. Так, высокогорье. Так, ремонтировать. А то я смотрю, что-то не работает. Что это не работает? Непонятно. Так, тут у нас что? Еда. Шахта нужна. Так, вот тут электричество. Я не буду тратить, так сказать. А, нет, стоять. Я здесь построю. Стоп, это не электричество, нифига. Что-то меня глаза подводят. Так, вот сюда я поставлю энергоядро. И здесь надо уже делать побольше электростанций. Не то, чтобы надо прямо на них акцентировать внимание, но все равно. Как бы надо будет... Они, во-первых, пригодятся в любом случае. Блин, тут прям по две еды, прям ух. Ух как. Вот не будем просто про них забывать. Назовем это так. Так, здесь что?
Ну, здесь он мне предлагает улучшить вот эти вот замечательные... замечательные эти, как его называют. Но здесь одна, здесь вторая. Наверное, я вот так вот. А что это за минус? В этом сооружении возник производственный сбой. Почему? А, знаете что, наверное, эта планета непригодна, да, терраформировать. А я могу терраформировать прямо с людьми на этом, как его, на планете. А я думаю, блин, что не так, почему? Ой, еще 15% еды, ой-ой-ой-ой, мамочки. Максимум космический... Ладно, урон оборонительной армии пускай будет. Остальное мне, в принципе, не нужно. Так, мне снегопад сегодня чуть глаз не выбил. Ну, ладно, не надо. Он не может выбить. Так, будешь голосовать, если да, то за кого? Не знаю пока, еще не определился. Буду думать. Вот, но сходить-то надо, типа, как гражданский долг выполнить. Раз уж я в армию, блин, сходил, то туда-то уж тем более надо сходить. Ну, типа, уж как, какая разница? Че нарушать? Традиции, не традиции. Так, сейчас я буду изучать цитадель и устанавливать все игры. Потому что. Так, 4000... Так, сейчас мы... Так, еще какая-то война началась. Да что ж вы все не сидите-то на месте, блин, на попе ровно. Вот казалось бы, да? Я думаю, мы остановимся где-то на... Блин, еще какие-то крейсера появились. Какой-то раз крейсер, два крейсера. Ладно. Сейчас построим... Ну вот, три крейсера, я думаю, мне вообще за глаза хватит. И я полечу тогда этой мини... Нано-мини-армией на как раз-таки наведение порядка вот здесь вот с краешку у нас. Technology conceded. Все-таки надо здесь какие-то военные базы поставить. Я уже не знаю. У меня можно сколько? Еще 4 влепить. Вот какие-нибудь 4 мы и влепим. Так, вместительность мне пока не нужна. Размер пула лидеров, да. Я думаю, это самое то. О, день 61. Наблюдение за стримером. Похоже, он грезит о гражданских долгах. Эй, Гловри. Слушай, мне вот вопрос. У тебя феноменальная память, или ты реально просто сидишь на бумажке, записываешь, к монитору приклеиваешь, просто чтобы помнить, сколько дней? Я вот, честно говоря, каждый раз, ну, каждый раз вижу, когда ты пишешь, и каждый раз забываю, сколько дней в этот самый момент прошло. Вот. Поэтому мне просто интересно такое, знаешь, чисто такой интерес. Интересный. Так. Улучшить. А что там улучшить? Двигатели, что ли, улучшили? Так, все, 6000 у нас есть. Что там такое? Теперь вы можете послужить поводом к войне с империей. Теперь... А, голод. Все, я понял. Все. Ну, мы пока голодом не грезим. Мы сейчас остатки вот эти вот дозавоюем. Так. Еще что ли тропический мир во что-нибудь... Ух, тут нифига себе физические исследования прямо будут. Так, сейчас, подождите. 18, 10 вообще, 22. Нифига себе вот эта планетка. Ну, я думаю, 16 это не так плохо. Так, терраформировать, тропический мир, поехали. Во-первых, погряз, они грезят. Прости, пожалуйста, у меня плохо с чтением, ты знаешь. Здравствуй, Анастасия, и здравствуй, Мирный. Да, я веду записи, красавчик просто. Па-па-пам. Так, здесь 16, здесь... Блин, вот эти еще две планеты бы схватить. Вот видите, прям вот будет трям-прям-трям. И еще вот это вот. И еще вот так вот тогда. Ай, блин. Конечно, это все оборонять, это будет вообще попа. Это... Опа. Крепость. Минус 50 волнений. Это, кстати, то, про что мне рассказывали. Количество лидеров империи, минус стоимость найма. Давайте я ее построю. Ой-ой-ой, нифига, что это я так просел-то. Блин, что-то помните? 80 с чем-то месяцев. Ну, видимо, у меня бонус от какого-то этого был. От чего-то. Слушай, ты... Раз ты Уганда, то спроси другие фракции, куда тебе идти. Они, знаешь, куда мне... Они меня посылают далеко и надолго. И прямо... Опа. Мы объявляем вам войну. Слишком долго... А, создатель федерации. Вот я и проиграл, да? Подождите, создатель федерации. Так, независимая империя. Так. Пакта не напади. Так, ё-моё, остановись.
Пакт о ненападении. Потом, значит, ага, Уганда, Уганда. Ладно, ладно. Хорошо, хорошо, мой друг. Это будет интересно. Так, назад. Назад! Ле Франсуа, ле назад! Полный вперед! Так, сейчас, секундочку. Во-первых, надо узнать, с какой стороны они будут атаковать. 100% они будут атаковать с этой стороны. Я что-то к этому не был готов, честно говоря. Ну, вообще никак не был готов. Но ничего страшного. Я думаю, у нас проблем не возникнет. Хоть здесь и какие-то пушки, не пушки. Что-то у нас тут это, суперобранительный компьютер. Так, генератор дезинтеграционного поля. Нет, а вот скорострельность, да. И сюда мы сейчас пошлем наши передовые войска. Так, параллельно с этим, вот здесь вот запустим, наверное, так. Оборонительная платформа. Еще одну штучку. Тут их не так много, конечно. Так, войска пока. Войска объединю сейчас. Объединяю и пока отвожу назад. Так. У тебя есть планеты без названия? Да вроде есть, но сейчас не до них, прости, пожалуйста. Вот, сейчас мы будем наказывать этих засранцев. Так. Ну чё, где вы? Петухи. Так, здесь я пока построю. Вдруг он с этой стороны не зайдет. Если он с этой стороны не зайдет, это будет, в принципе, мне только на руку. Усилим базу, 360 дней. Фигня. Ну, надо было к этому готовиться, на самом деле. Вот, но он, видимо, не знает истинной мощи моей империи. Сейчас бац, у него 340-50 тысяч там войска. Вообще нам пишут, что у нас вроде как флот у него слабее. Вот, но все равно я буду перестраховываться. Вообще, по-моему, эта фишка в том, что мы просто установили статус-кво. Ну, имеется в виду, просто в один прекрасный момент у нас как бы... Ну, мы вообще прекратили войну, чтобы отдохнуть, и потом опять начали войну. Просто я, честно говоря, сейчас, я думаю, что именно так все и произошло. То есть вряд ли он хотел со мной воевать, просто мне надо как-то договориться, чтобы да. Ну или ему со мной договориться, чтобы не начинать войну. Во, оборонительная крепость. Система основного сектора. Найс, 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 найс. Так. Куда пойдем в первый, так сказать, отжим? А, они столицу вообще откинули, видите? Ну, давайте налево пойдем. Налево пойдешь, да? Антошу найдешь, направо пойдешь, ничего не найдешь. Так, а эти 6 тысяч у меня будут на прикрытии, будут в моей вот этой вот империи. Вот здесь вот. Так, ровно под 150. Здравствуй, Настя! У нас перерывчик до твоего стрима! А почему снов? Почему снов-то? Еще рано спать. Так, раз, два. Так, а у нас тут опять война, представляешь, Настя? Не хотят от меня отставать. Вот прям воюют и воюют. Засранцы. Так, здесь, значит... Ну, ладно, оборонительная платформа. Ну, еще одну воткну. Сейчас. Так, и что у нас тут? 28 тысяч. Бах. Так, уничтожено. Теперь у нас здесь есть планета под заселение. Ну как под заселение? В смысле на этот, как его? На съедение. Так, что там? О, гиперщиты. Я не успел прокачаться. Так, плазменная пушка, конечно же. Всем привет! Здравствуй, Славик, 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 Славик! А, снова! Мы же утром виделись в чате, ничего не... Ну, я понял, Настя. Я понял. Так, ну чё, где его войска? Где? Почему? Где? Как? Зачем? Так, и чё там? А, потом урон по армии прямо идет. Но при этом, я думаю, там прям, да. Ой-ой-ой, вот это сейчас больно будет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ладно, все, я думаю, можно лететь в следующую систему. Например, вот в эту. Так. Что там с музыкой?
Но. Ох. Ой-ой-ой. Минус 22. Ай, блин. Зараза. Ну тут да, тут так себе на самом деле инфраструктурка. Вот, не особо интересно. Ну, еды у меня много, поэтому пускай едят. Вот, а по поводу зданий... Ну, это грустно, действительно. Блин, что-то я переборщил с бомбардировкой. Что-то я прям выжженную землю устроил. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мы сюда переселим кого-нибудь с планеты Креветочка. Так, сейчас с Уганды, например. Дай, ну, давай. Так, переселить. Кого бы переселить? Нет, с электростанции не будем. Вот, 5 минеральчиков, я думаю, самое то. Переселить куда? Блин, как планета называется? Так, это сюда. Так, что-то вообще какая-то планета не планета. Ну, ничего страшного, это не мне на ней селиться, грубо говоря. Это скорее этим селиться. Как его называют? Засранцем местным. Так, и шлеп. Переселить. Отлично. Так, дальше смотрим. Так, все наши войска остались... Я так думаю, нормально, в добром здравии. Поэтому можем продолжать наше наступление. Я хочу вот этот пятачок себе захватить. То есть это как бы вот смысл моей вообще кампании здесь. Вот, мы этот пятачочек отхватим. Так, погнали дальше бомбить. Так, сейчас, подождите. Надо выбить режим бомбардировки. Почему? Сейчас, точнее, выверить его. Я не хочу слишком много зданий разрушать. Сейчас, армия, бомбардировка, сейчас. Ковровая орбитальная бомбардировка, серьезный урон армии, серьезный урон квадратам, умеренный урон поселениям. Нет, легкий урон поселениям, умеренный урон квадратам, уверенный не уничтожать поселение 8. Короче, либо ковровая, либо выборочная. В зависимости от этого... А, пофиг. Пускай так тогда будет. Здорово, Вячеслав! Ты... Не, я поел, спасибо. Сегодня я покушал. Так. А где его армия? Блин, я хочу его просто поджать немножко. Нет, не то чтобы это что-то личное было, но просто... Не, может и личное, но как бы... Оу, у нас же сейчас, да, прирост влияния империи. Выработка империи, прирост влияния. Выработка энергии, да, это получается у нас. Ну ничего страшного, у нас сейчас... У нас вот-вот докачается вот эти вот 7 этих, а здесь я вроде планет жилых не вижу, поэтому ничего страшного. То есть это прямо будет такая отдушина. Но в идеале я вот хочу вот это вот еще, да, вот схватить, вот так вот. Ну ладно, сейчас посмотрим. Это все будет хвататься вообще изи. То есть тут проблем вообще никаких. Я даже, наверное, знаете, что сделаю? Я дальше вот этого места не пойду своими основными войсками. То есть я свои основные войска оставлю здесь и пойду дальше вот этими маленькими засранцами своими. Этими маленькими. Как раз их сейчас до киберщитов улучшим. Вот, и пойду с задней стороны здесь. 1600, видите, вообще ни о чем. Вот, а свои войска оставлю в центре. Вот, и будем смотреть, что к чему. Так, ну что у нас там? Так, эти бомбардируют. Где мои войска? Где мои войска? Высадка на войну. Высадка. Так, 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 так. А видите, да, потихонечку так... Мощь гарнизона. Но они, да, они поменяли... Ну, мне рассказывали, что они поменяли вообще всю фишку этого вообще, этой битвы. То есть теперь видите, как этот, как получается. У меня прямо люди тают, тают. Ну, ничего страшного, у меня там крепенькие ребята есть. Вот, все, с этого момента я отступаю своей основной армии. Вот в эту систему. Заодно и улучшу. Вот. А своими ребятами еду вот сюда. Отличная война. Мне нравится. Как ты думаешь, сможешь их победить? Я их уже в прошлый раз победил. А, во, смотрите, как раз. Ха-ха-ха! Вспомнишь лучик Ваты Солнца! Вот они основными войсками прилетели. Сейчас будут, скорее всего, бомбить мою систему. Да, да, видите? Сначала поехали войска, потом поедут эти. А здесь у меня чё? Здесь у меня чего? My name is what? My name is what? У меня тут скорострельность и минус субъективная скорость. У них нет ни единого шанса.
Вай-вай-вай-вай-вай-вай, здорово, как же я замучился чинить свой Twitch. Он иногда отказывается. О, зато, Джонни Кит, сегодня можно поменять разрешение стрима. Я попкорн и сладкая вата. Так, сейчас, подожди, чё это было? А, ты ешь попкорн и сладкую вату. Слушай, я тоже хочу. Вот сладкую вату я бы не отказался. О, блин, у нас еще одна планета добавилась. Ну, почти. Давайте дальше продолжать исследование в этой области. Я сейчас просто эти две планетки откалю, вот, и оставлю их на это, как его... Да, на съедение. Ну, сейчас, давай. А! Get over here! А, видите, сэканул. Значит, он сразу увидел мою армию, вот, и сразу у него поджилочки-то затряслись. Вот, но я не вижу ничего плохого, например, в том, чтобы подождать, пока он сейчас улетит, и потом напасть на вот эту вот систему. Потому что в таком случае бонусы этого места... Так, переформировалось, класс тропическое. Так, что там у нас? А почему мне вообще ничего не писалось? Так, нет, ребят, вот это свинство. Вот это, конечно, вообще свинство. Почему? Потому что мне даже не написали, что что-то идет. Мне даже не написали, что что-то сзади, что-то спереди, что-то где-то снизу, что-то еще где-то. То есть просто по факту сказали, что, ну вот, блин, бред какой-то, а. Так, отстаньте, пираты. Так, где мои войска? Так, сейчас отступить 41 день только. Ну ладно, значит свою мини-армию я потерял. Ха, все, хана мне. Ну, хана вот этому маленькому кусочку армии. Блин, вот идиотизм. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас как-нибудь выкрутимся. Сейчас я и тому надаю по мордасам, и этому надаю по мордасам. Посмотрим, кто кого. Да, пускай. Так, этих отведу немножко назад. Блин. Антон, я тебе напишу в личке, что между нами, так сказать, по поводу стрим. Окей. Идет 15-й год моей жизни. Я наблюдаю за битвой клан Клизов и Лис. Ну, короче, Жапы и Лис, я бы даже так сказал. Блин, вот отстой. Да, не удалось отразить, бла-бла-бла. Неинтересно, спасибо. Ну, сейчас я им таких наваляю. Блин, а из чего у них корабли вообще состоят? Ой, благо щиты! Слава тебе, господи! Щиты, и они точно так же, как они развиваются. Хотя у них есть торпеды. Вот это грустно. Ну, ничего страшного. Ну чё, поехали! Тут-ту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 
Найс. Вот так-то, да? Исследовать проект. Так. Куда-то они в неизвестном направлении скрылись. Непонятно, в каком направлении они скрылись. Конечно же. процентов. Это типа я измучен войной, да, теперь? О, господи. Я вообще как бы... Я не знаю. Я не пойму иногда эту вещь. Эту игру. Эту вот ситуацию. Так, и сюда. Сейчас, видимо, до 100% дойдет, и опять придется... А, и вот у меня сейчас, типа, будет дебаф какой-нибудь, еще что-то, да? Блин, всепоглощающий рой и усталость, блин, войны. Всепоглощающий рой и усталость войны, блин, ребят. Ну, это, блин, как-то... Как-то да. Как-то это... Я не верю в это. Так, ну и давайте запоследок возьмем вот эту систему. А, они, типа, захватили и такие довольные. Ха-ха, мы захватили твою планетку! Мне осталось только сказать, ха-ха, я захватил, я уничтожил армию вашего союзника. Да ничего страшного, забирай. Так, теперь я лечу вот сюда. Я очень боюсь, что они сейчас ее схватят. Это будет не очень хорошо. В какой-то степени. Так, что там у нас? Гамма-лазеры, планетарные пушки, неинтересно. Так, идем дальше.
То есть, в принципе, если я успеваю... Нет, не успеваю. Ну ладно, ничего страшного. 6500, она хоть немножко выдержит. Хотя бы чуть-чуть. 6, 8, ну да, вообще не тянет. Ладно, ладно. У нас здесь есть в Ксении, к счастью, очень даже неплохая станция. Так, сейчас тут единственное надо будет суперкомпьютер оборонительной сети. Нет, суперкомандный центр. Блин, я вот и им же, так сказать, и оставил эти, как его называют. Им же подогнал, сделал подгон, точнее. Так, Уганда, верфь. Так, здесь давайте построим пару крейсеров. Ну и Машкару. Хотя лучше эсминцев. Ай, блин. Вот об этом я и говорил. Вот дурацкая система, конечно, с перемещением между этими, как его, между, ну, пространствами. То есть, не, это, конечно, круто сделано, да, но, блин, из-за того, что ты сам не можешь построить телепорт, например. Блин, ну сделайте вы телепорт за 1000, за 2000, чтобы я по своей территории мог перемещаться свободно, да? За 2, за 3000. Вот, ну, имеется в виду живых денег. Не, нифига, блин, они будут до последнего меня мучить, чтобы я вот так вот катался. Ой, здравствуй, Найтэйр, извини, немножечко, я сейчас очень сильно отвлечен, у меня тут вообще попа. Ладно, давай, Данил, спокойной ночи, давай, спасибо. В игре есть колоссы? Ну да, они должны быть. Но я до них еще не дошел, то есть там должны быть титаны, вот, после титанов, что-то они никак не за... там же планета целая, ай-я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 й. Они моих креветок уничтожают, креветочки. Фак. Ненавижу вас, уродов. Мои креветочки. За сколько я, кстати, могу на ближайшей станции хотя бы немножко усилить флотилию? Сейчас я усилю флотилию при помощи ближайшего этого. Так, не смогли, да? Как минимум одна наша армия участвует во вторжении. Сейчас, ребят, немножко потерпите, я сейчас все сделаю. Сейчас, ребят, чуть-чуть. Нет! Падла. Засранцы. Ну, они дальше туда полетят. Сейчас, секунду. Тихо. Сейчас. Так. Сделай-ка здесь глушитель. Да, глушитель. 180 дней, надеюсь, этого нам хватит. Так, объединяемся. Не успели. Так, ладно, сколько нас? 19 тысяч против 21 тысячи. На своей территории. Поехали. Уже не на своей. Сыканули. Или нет? Нет, смотрите, отступают. Нет, не отступают. Прикольно. Ну да. Прикольно. Ну ладно, чё. Установить статус-кво я не могу. Автокапитулировать. Понятно. Ну все, поиграл, Теларис. Фу ты, блин. Вот опять же, вот, ребят, вот я и говорил, что вот эти сейвы, как бы они важны не только для того... Может, кстати, осталось что-нибудь. Может что-нибудь, пока я не тупанул. Почему они нужны? Потому что, блин, я вот сейчас косякнул в том плане, что я даже не видел, что меня сзади захватывают. Мне даже не написали об этом. Хотя, может, меня... А, ну, конечно, он сохранился после того, как мой флот сдох. Ой, мне даже не писали об этом. То есть я вот только с этого мне трещит, на самом деле, подбамбливает. Но, ладно, ничего страшного, как бы. Всякое бывает. Вот. Я... Ладно. Ничего страшного. Просто постараемся стерпеть, не знаю, еще что-нибудь там, я не знаю, прикрыть голову тазиком, еще какие-нибудь вещи. Ничего, мы выстоим, ребят, мы выстоим. Мы креветочный народ, мы не такое стерпливали. Вот, сейчас главное не падать духом, вот. Значит, всячески стараться выжить, вот. Мой корабль, да, они вернулись, объединяемся. Вот, и сейчас...
заново с разворота будем давать им люлей. Так, 3000. Сейчас главное, чтобы моя верфь кочегарилась на полную. Вот, строила крейсера, строила все. Линкоры, блин, две штуки бы мне пригодились линкоров, но, видите, к сожалению, я не в той ситуации, чтобы так много денег тратить. С торговцами я не могу сейчас заключить никакого договора, потому что... Так, галактическая биржа, плюс 10 энергокредитов, окей. Что там такое? Губернатор в возрасте 111 лет умирает. Вовремя! Он такой, о, нет, я не хочу проигрывать во время этого. Во время всего этого, так, социальные исследования, давай, все отлично, плюс 10% у нас есть. Знаете, меня это побудило сделать еще одну верфь. Ну, имеется в виду параллельно вот этой. Раз линкорчик. Раз линкорчик, два линкорчик, будет лесенка. Вместе весело шагать по газонам, по газонам, по газонам. И цветочки поливать ацетоном, ацетоном, ацетоном. Ничего, нормально на самом деле. У нас такой, знаете, этот, как это называется, перевал сил. То есть он сейчас немного очкует в мою сторону двинуться, вот. И я как бы не сильно стараюсь в его сторону двигаться. Так, а между тем здесь надо будет сделать глушилку связи. Так, до крепости мы это улучшать пока не будем. Один раз... Просто у тебя не изучено, и это немного напрягает. Что... Подожди, что не изучено? Подожди, чем я не изучено? Здравствуй, Рома. У тебя такая изящная бородка, креветки, черт возьми. Телепорт, 20к минералов, 2к энергокредитов и 80 влияний. Редкая технология звездных врат. Можно строить в каждой системе. Черт! Черт! Я знал, что я до этого не пришел. Здравствуй, Алина, рад, что ты пришла, спасибо тебе огромное. Вот, я понял, я просто этого не изучил. Ну, видите, здорово, что разработчики действительно сделали телепорт, и я рад за это. Но черт возьми. Задница. Вот я даже вижу, что вот здесь вот где-то в моей территории должен был бы быть телепорт. Вот система врат. Но, по-моему, я тогда ее пустил на это, как его... Да, ну вы поняли. В общем, нет у меня пока этой редкой технологии. Ах ты ж гадина. Ну вот смотрите, а. Пошли, блин, по кусочку от меня, от этого, как его, отколупывать. Ну, делать мне нечего, к сожалению. Остается только скулить. Ладно. Блин, на самом деле, вот самое дурацкое, ладно. Это, блин, опять же, из-за сейвов. Не надо было начинать, блин, Айронмена, блин, когда не знаешь, блин, какая механика тут, какая еще тут. Так, дальше я хотел, по-моему, идти в чистоту, да? Или что это у нас, единство ежемесячное или синхронность, да? Скорость прироста во всех поселениях. Скорее всего, я возьму синхронность. Ничего страшного. Строительство во время войны. Ну да. Ну и что там? Высокая усталость от войны. Ну, сейчас они тоже от войны устанут, и я... Ага, вот они сзади пошли. Ну, правильно делают. Потому что здесь у меня все прямо четко и слажено. Ну, единственное, что вот здесь вот самое бесючее, я бы даже сказал, это то, что у меня здесь очень важная планета. Но они, видите, они что-то бац-бац и отступили. То есть они так немножко погрызли, вот, и потом сказали, что типа, не будем. Ладно, ничего страшного. Здравствуй, Рама, здравствуй. Ну, я же тебе уже говорил. Значит, тут по годам, да. Тут смотри, в чем смысл. У тебя в верхнем правом углу время идет, и вот с течением времени... Ну, это РТС-ка, считай, да, но вот... Вот, путешествие сквозь врата! Наконец-то! Простите, извините. Просто они наконец-то пришли. Блин, дугомет еще изучен. Блин. Ладно. Давайте врата изучать. Делать нечего. Когда они уже устанут от войны? Надоели. Хватит воевать. Я сейчас как кот Матроскин буду говорить. Давайте жить дружно. Так, пару таких крейсеров. Так, что у нас вообще по армии? У нас сейчас два крейсера. Блин, опять они эту штуку сделали. Так, 6 крейсеров. Ну, блин, вообще не ахти, конечно. Да, и пошел, блин, меня фигачить. По 10 тысяч армий. 10-тысячной армии.
Не, я могу, конечно, сейчас дождаться, пока достроится, да, и вот своей 10-тысячной армией пойти назад это все отвоевать. Вот, но я лучше чуть-чуть подожду. Лучше у меня пускай 20 тысяч будет. Вот, но я как бы буду немножко в более удачной позиции. А, вот у них еще, видите, там уже 9 тысяч, 10. Ну, блин. Ну, все. Антоша обкакался. Ну, блин, ну... обидно, обидно. Ну, ладно, я знал, что где-то к третьей серии это примерно закончится, потому что Iron Man, он такой. Он беспощадный. В него нельзя в первый раз играть. Ну, тогда приму свою участь и свою смерть, так сказать, в полный рост. Вот, и да. Да ну нафиг, блин, я не буду больше Iron Man'а начинать. Ну его в задницу, господи, блин. Тупорывый режим, на самом деле. Вообще ненавижу разработчиков и проклинаю их за то, что они сделали Iron Man без сохранения. Ну все, да, тут по-любому. Тут все, даже если капитулировать, то... Они забирают Уганду и Бол. Ну все, мне уже играть нечем. Ай, блин. Отстой, задница. Ну все, постримили, ребят. Я заканчиваю стрим. Уже все, играть-то нефига. Вот. А, вот так вот. Надо было сидеть на жопе ровно. Ну ладно, да. В общем, пока они статус-кво сделали, у нас еще есть... Какой-то маленький призрачный шанс того, что я хоть как-то отобьюсь от них. Хотя вряд ли. Так, ладно, что у нас там с сектором творится? Планета, сектор. Так, 100... Блин, 104 всего. Да что ты будешь делать, а? Ладно, давай 50% мне. За свои 104. Да. Ой, здорово, ученый сдох. Нормально, вот этого поставим. Хуже уже не будет. Аквамарина еще жива. Почти захвачена, но не сломлена. Вот. Так, здесь я считаю, надо будет построить космическую станцию. Но они сейчас с двух сторон как в клешни возьмут и все. Я думаю, армия-то у них продолжит множиться с течением того времени, когда они уже закончат это. У меня просто сейчас ресурсов даже не хватит, имеется в виду на содержание армии. Но, с другой стороны, посмотрим, во что это выльется. Так. Крейсер. Еще пару крейсеров. Здравствуйте, а разве сегодня не день point and click? Нет, Кинг, нет. Привет, Антон, начни просто заново с сохранениями, проще будет. Ну а чё, на самом деле, понимаешь, да псих, тут как бы я бы с удовольствием начал, но понимаешь, мы уже убили на этот стрим 8 часов, ну грубо говоря, да, то есть 8 часов игры. То есть... Все, до чего я сейчас разовьюсь с этого, как его... Ну, сначала, понимаешь, да, это будет просто чушь и мусор и жесть. То есть это как-то, ну... Да. Одна, блин, маленькая ошибочка, вот, и все, и полетели. Причем даже я как бы не сообразил, что-то я полетел, а потом подумал, блин, куда я лечу? Там же тупик. Там же меня сейчас уничтожат эти уроды. Вот, так оно и получилось, к сожалению. Ну ничего, у меня здесь есть достаточно крепкое оборонительное сооружение... как раз таки на Ксении. Вот, еще торпеды, еще оборонительных платформ сейчас накидаю сюда. И посмотрим, к чему это... Ну, блин, опять кто-то сдох, что ли. Посмотрим, к чему это нас приведет. Вот, вот здесь вот еще улучшить надо. Да, здесь я уже улучшаю. Здравствуй, Арчи. Я вернулся вчера, ушел из-за того, что кошка рожала. Ух, нифига себе. В твоей галактике все пока тихо, пока они до тут не добрались. Повезло. Так. Вот за эту планету, конечно, обидно. Она такая вкусненькая была прям. Но это их столица все. Я бы, честно говоря, за столицу бы тоже пасть порвал бы. Блин, нифига они тут построили. Че они тут построили? А, я даже не вижу. Ну, правильно. Ой, боже, еще пираты где-то здесь. Где здесь пират? Вот просто не до пиратов. Инопланетная флотилия. Не знаю, где пираты. Вы видите? Я не вижу. А, вот здесь вот пираты, наверное. Вот они, 2000. Ну ладно, 2000 это не так страшно, на самом деле. Так, верфь, линкор. Цитадель. Найс. Так,
Скорость строительства линкора, скорость строительства корвета мне неинтересна. Так, собственно говоря, обшивка из кристаллов тоже неинтересная вещь. Блин, 200 месяцев, да ты что, да ты смеешься надо мной. 145, еще больше. Нормально. Это мы сейчас просели по исследованиям из-за... Хотя нет, из-за той планеты вроде как не должны были просесть. Ну ладно. Тара-тара-там, бам. Так, инженерные исследования. Ну, Кинг, я понимаю, но мне хочется поиграть в Stellaris, и поэтому я решил... Не это как его. Я решил сегодня поиграть в этот, как это называют. Решил поиграть в Stellaris, блин, потому что вышло новое дополнение. Черт, ты не был на первых двух стримах, зачем задавать такой вопрос? Не, я просто вчера у всех спросил, все говорят, да ладно, что, поиграй в Stellaris, хорошо. Бомбежечка, бомбежечка. Вообще, я сейчас до 30 тысяч, я думаю, спокойно допрыгну. Вот только единственное, как я буду обороняться, это вопрос. Это вопрос, большой вопрос. Так, еще линкор. Больше линкоров! Мы больше не выдержим! Больше линкоров! Я думаю, 6 штучек уже будет хорошо. Вот, потому что у нас уже подходит кэп по управляемости. Ну ничего страшного, мы сейчас, во-первых, дойдем до кэпа линкоровского. Вот, сколько у нас, кстати, вот этих вот... О, первого типа надо крейсера теперь строить. Вот. Раз. В общем, до следующей войны я сейчас тут так укреплюсь, так окопаюсь, чтобы этим ребятам вообще неповадно было. Это касается даже вот этой части. Здесь, видите, у нас уже сколько оборонительных? Всего 12, точнее, уже 10 тысяч здесь. Да, но при этом у нас... А, ну, надо за счет орудий, конечно же. Очков брони. Давайте вот так, для красоты, да, вот, чтобы оно вот так вот было. Плюс 10%. Так, что у нас там? Еще один ученый откинулся. Это нормально. Хуже уже не будет. Вот самый, кстати, главный косяк, вот что я там не закончил, это то, что, ребят, знаете что, сейчас очень большая проблема в том, что я не могу поторговаться. Видите, 44 тысячи энергии, одевать их некуда. Я был на первом стриме. Ну, на втором не был. Витфи, привет! Здравствуй. Тебя что, разгромили? Я просто на работе телефон слышу. Да, Арчи, меня разгромили из-за такой, знаешь, как это, подлянки. Из-за ошибки. Кубидон! Да, Дарк. Здравствуй, Маша. Тебя не разгромили? Да я уже ответил. Вот, видите, у меня пах и кэп. И влетел я. Так, так, так. Ек. Ничего страшного, игра норм, можно и глянуть по новой. Да, конечно. Можно глянуть по... Это ты так думаешь, вот. А сейчас начнешь, короче, и все. И 6 часов, да? Как не бывало. Не, мне просто самому обидно, понимаешь, за то, что... Блин, а у меня 3 планеты отцапали. Говнюки. Ладно, ничего страшного. У меня, я говорю, к счастью, я вовремя экспансировал вот эту вот часть. Вот эту вот. Вот, и поэтому худо-бедно у меня, да. У меня все налаживается. Так, сейчас я, наверное, даже отдам этим ребятам вот эти части. Эти кусочки, я бы даже сказал. Сейчас. Хотя нет, это, блин, это те немногие ресурсы, которые есть. У них тут есть планеты для заселения. Вон 22. Вот в их в этом. Вот пускай ее и заселяют, если они будут этим заниматься. У нас там сектором, кстати, 60. То есть они в принципе довольны. Плюс 25, я им 10к скинул. Видите, даже при условии, что я им 10к уже в сектор скинул, у меня все равно дофига. Придет время, и они все будут съедены. Ага, по-любому. Да, конечно, Факир, ну там же есть в расписании, поэтому что ты задаешь такой вопрос? Конечно будет, куда же я денусь-то? Когда разденусь, так сказать. Так, галактическая биржа. Подготовка выборов. Максимальный уровень лидера, продолжительность жизни, стоимость на... Не. Наступательная армия, вот так. О, блин, а мне же армию всю снесли, получается. Да, мне еще и армию всю снесли, потому что она была вот здесь. Не получилось немножко. Но зато, смотрите, 30 тысяч у нас вообще сходу появилось. В общем, все, следующая война, это, конечно, будет для них, это будет очень плохо. Так, сейчас здесь обязательно обсерваторию, улучшить это до звездного бастиона и здесь поставить ракетные и ударные отряды. Минус армия. Я само собой 3 раза пересматривал. Игра атмосферная и стример хороший. Игра тоже хорошая.
Черт, что это такое, блин? Это сосед, что ли, там что-то сверлит? Эх, минус армия. Ну ладно, там в любом случае, там на самом деле в этой армии не так много. Там были, короче, клоны, поэтому их не жалко. Нет, ну я, конечно, отправлю открытку детям клонов. Семьям клонов. Ну вы поняли, короче. Вот, я им обязательно отправлю открыточку, типа, чтобы они там не скучали, все дела. Не переживали, что, типа, их эти, как его, производственные планы еще. Во, смотрите, 275, вообще. Надеюсь, успею до конца стрима. Ну, давай попробуй. Че это они меня продолжают оскорблять? Блин, меня еще таракан оскорбляет. Что за жизнь такая? Я не виноват, я таким родился. Я хочу есть. Я хочу... этот, как это называется? В этом была фишка у Бендера, да? Там, я хочу убить всех человеков, да? И вот то же самое. Я хочу убить всех этих неверных ребят. Я многого хочу. Нет, я многого не хочу. Ну, вот опять же, знаете, мне немножко не нравится такое вот усложнение с точки зрения игры, как... сейчас сформулирую. Так, сейчас, заменить. Я хочу здесь построить... а что, нельзя, что ли? А вот, галактическая фондовая биржа. Шлёп, да. Вот, очень обидно, что нельзя здесь как бы... А, хотела забить. Ничего страшного. Я только сейчас догадалась, что на игромании будет будешь играть Ларк. Ага. Злой, очень злой креветка зовет Амара. Блин, тут нету Амара, к сожалению. Сосед опять сверху сверлит. Твое невидимое чудо. На самом деле, я вам так скажу. Смотрите, вот так смешно, но когда... Вот каждый раз, вот мне просто везет. Каждый раз, когда у меня сосед что-то сверлит, мне почему-то кажется, что он... всю неделю сверлит, а потом в выходные успокаивается, то есть замазывает дырки, а на следующий день опять все сверлит. То есть это как-то, ну, как-то странно вообще. Со стороны, наверное, выглядит. Смотрите, 30 тысяч, очень даже неплохо. Мне уже нравится. Нормально. Мы встанем! Не, как там было, господи, в этом... Так, 3 слота у нас еще осталось, да? Это значит, что я могу одного эсминца туда воткнуть и одного... И один корвет. Значит, один корвет и один эсминец. Лишними не будут, все равно боевая сила. Все равно боевая мощь. Как там, да, в этих, как во всяких этих Варкрафтах, да, там такой... Мы... Не, вы не готовы! Так же у меня здесь по отношению к этим лягушкам. Вы не готовы! Вообще, кстати, сейчас давайте посмотрим по армии. Блин, мощь флотилии наравне. Того мать. Да как так? Мощь флотилии наравне. Это отстой. Я надеялся, что мои 30 тысяч, они хоть как-то... Ну, понимаете, да? Так, темп исследования биология. Темп исследования военные. Темп исследования миров. Миры-то нам уже не нужны. А, вот так вот сделаем. Пускай будет биология. Так. Hello! Здравствуй, Вейр. Ты забросил арк? Совсем забросил, поэтому можно отписываться. Я в арк больше играть не буду. Да, не смотрите, они еще так этот спокойненько, так типа как тараканы такие. Тут есть что изучать. Так, помощь в исследованиях. Здравствуй, анархист. Так, ладно. Это грустно как. То есть у него 20 тысяч, у этого 30 тысяч. Праздника не было. Так. А, улучшение уже в очереди, все. Так, еще разок. На Ксении что у нас? 11 тысяч. Прям вообще не скуплюсь на эти оборонительные платформы. Просто пускай прямо течет аж с этих оборонительных платформ. Но, блин, они должны быть вообще просто крепкими. Просто крепче стали. Так. Да в том числе в родной, в этой, в Уганде тоже сейчас то же самое сделаем. Надо сейчас, да, блин, я тут вообще этот информационный центр, блин, сделал. Эбола. Уганда. Так, здесь у нас что? Здесь у нас просто верфи. Здесь у нас вообще просто бесполезняк. Не, конечно, есть вот эта штука, но она так себе помогает, конечно. Вообще можно здесь улучшить до цитадели, но 6 тысяч мне жалко, ребят. Поэтому не будем.
Ну, сегодня у моего врага будут креветки с пивом. Да нет, я надеюсь, у меня все будет хорошо. Сколько там, кстати, до телепорта осталось? 3-4 месяца. Я поставлю себе сразу телепорт. Сразу поставлю себе... Точнее, сразу воткну себе телепорт на два вот этих вот пограничных поста, чтобы прям сразу просто между ними так... И полетел. Так, приспособленность, здоровье армии. Вместимость флотилии пускай будет. Так, что у нас там? Пока ждем. Так, сектор. 74 уже, надо же. Молодцы, молодцы. Валю. У них еще 3000 в запасе, поэтому я их вот так еще немножко подаю. Прям буквально вот-вот просто. Просто у меня нет другого выбора. Нет, это же последние наши ресурсы. Ты смеешь не повиноваться. Нет, простите, пожалуйста, простите. И креветку пускают. Не знаю, на мясо. Куда я там ее? Куда обычно пускают креветку? Так, 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 цитадель защищает от орбитальной бомбардировки, поэтому цитадель. Не хочу потерять аквамарину. Это лучик просто света в этом темном царстве. В темном царстве сиех мест. Так, ну что ж. Ну что ж. Так, отлично, construction complete. Так, улучшаем до крепости. Сразу же. Сейчас пушечная батарея и все это... Так, ничего страшного. Псионики, подумаешь, появились. Мы таких на завтрак едим. Так, глушитель связи. Фу. Ну, вообще, при таких вот бонусах, хотя я думаю, этот козел вот сзади пойдет. Вот так пойдет. Ну, я думаю, при таких бонусах, в принципе, даже очень ленивый человек, очень даже это... Вот сюда вот я врата поставлю. Ну, я посмотрю по ресурсам на сайте. Там, блин, по-моему, безбожно много этих ресурсов требуется. Но в любом случае, отсюда мне раз-два долететь, да? И отсюда раз-два-три... Блин, вот до сюда, конечно, лететь долго. Но это мы обратим внимание, на самом деле. Так, здесь у нас еще 4000. Вообще, если они пойдут сзади, то я пойду спереди. То есть я пойду прямо фигачить вот так вот. Вот, конечно, здесь планету придется отвоевывать. То есть надо будет как-то сейчас армию тоже намутить. Армия у нас... А, армия у нас на Ксении. Точно. Так, армия. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Ух, простите, пожалуйста. Все, это конец игры, нет еще. Я еще посопротивляюсь. Я, ребят, я дам вам зрелище! И я буду! Как бы этот. Сколько бы меня ни топили в кастрюле с кипящей водой! И я буду подниматься! Так, вообще бы еще влияние как-нибудь потратить. Ну да ладно. Спасибо тебе, Вайтмистер. Так. Сколько еще интересно, у меня статус кво продлится? Я все-таки надеюсь, что я успею достроить этот, как его, базу. Вообще разницы нету, да, что из этого строить. Ну да, вообще нет. Ну и пофиг. Так, пушечная глушилка связи 800. 800 придется ждать. Блин, и оборонительная платформа отдельно достраивается. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Спасибо. Ну, что-то, Евгений, это шуточки за 300 такие. Если ты подавил с пирогом. Опа, сейчас кризис будет начинаться. 2400. Блин, вот это жопа сейчас будет. Так, что у нас там? Ну да, есть у нас тут такое. Так, инженерные, конечно же. Так, сейчас кого-нибудь перебросим с еды вот сюда. Конечно же, улучшай. Так, что мы тут можем еще построить дополнительно? Защита от бомбардировки нет. Фабрика клонов нет. Что-то я там... О, тихо. Да, звездные врата. О, планетарный генератор щитов. Вот это, кстати, мне слишком даже понадобится. Почему? Потому что в один прекрасный момент я наверняка смогу добраться до какого-то отдаленного участка. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько это стоит. Я офигею и скажу, что я никогда врата в жизни строить не буду. И нафиг они мне не сдались. Ну, что, как мне это сделать? Построить мега-сооружение...
Что-то я, походу, не то. Путешествие сквозь врата. Повторная активация заброшенной станции с вратами, находящихся в разных местах. Потенциально... А, то есть это только особенность, да? То есть я теперь только буду знать, как их активировать. Все, базару ноль. Так. Базару ноль. Так, ладно, поехали. Значит, еще парочку линкоров. Раз, два, три. Три линкора. Ну, вообще, где-то пять я сейчас линкоров, потом крейсера. Будем сейчас вторую армию собирать. Я надеюсь, что я суммарно хотя бы соберу где-то... Ну, 1040 хотя бы. То есть, чтобы 20 здесь было, 20 здесь. То есть, 20 сюда, 20 сюда. То есть, чтобы у нас хоть как-то вот такой вот перевесик был. Хотя бы в половинку. Вот. В идеале должно получиться. Не в идеале, ну, должно не получиться. Я не знаю даже, как это сказать. В общем, я просто попытаюсь. Так, традиция новая. Так. Благодаря сочетанию. Так, продолжительность жизни лидера. Скорость строительства сооружений. Опа, она. Так, и вот это вот мне нужно. Во время оборонительной войны с другой империей скорость строительства верфей повышена на 33%. Кроме того, скорострельность кораблей в пределах наших границ. Ну, я думаю, вряд ли я еще 150 этих. Кстати, может, здесь что-нибудь можно взять? Хотя не, я для колоссов коплю. Хотя я к этому моменту уже докоплю. Вот, но может здесь просто урон угасшим империям, урон пробудившейся империи, вечное бдение, урон космической базе, урон оборонительной платформы плюс 5. М-м-м. Защитник галактики. Урон фракциям во время кризиса игры плюс 50% в отношении к империи. Ну это, я думаю, вряд ли. О, слушайте, а он автоматически перекидывает их. Надо же. А я думал, придется плясать с бубном. А ну нет. О, здравствуй, демон! Та-та-та-та-та. Так, кто там еще помер? Креветка на борту корабля померла. Темп изучения, лидер прирожденный звездный странник. Да тут без разницы на самом деле. Тут... Что то фигня. Так, научный корабль. Кстати, насколько сильно помощь в исследованиях пустит? Плюс один. Найс. Мне нравится. Ну, видимо, у меня здесь очень мало баз. Пикс. Угу, опять забился. Нормально. Так, планета 13 тысяч. Блин, что-то они там просели немножко. Они тоже, что ли, войска строят или что? Странно как-то. Ладно, давайте посмотрим, что у них вообще построено. Может, не стоит их так доить? Вот здесь вообще все хорошо, то есть до краев построено. Здесь? А, ну здесь какие-то... Что ты делаешь, блин? Что ты делаешь? Так, этот тоже откинулся, молодец. О, темп исследования. Так, подождите. Тихо. Я же сектор настроил на то, чтобы он приносил мне кучу ресурсов. А они здесь строят всякие вот эти вот бункера. Лакеи, бункера. И вальсы Шуверта, и хруст французской булки. Вот отстой. О, еще один объявил мне войну. Да почему бы и нет? Ну ладно, все, я на самом деле обкакался по всем направлениям. Огонь, артиллерия. Так. Нас убивает, но мы выживаем. Так. Так. Ну давай, где ты? Our construction is complete. Вау! Мой тай! Так, они решили отсюда зайти, да? А, подождите, а это кто вообще? Стоп, а какой... А, они, наверное, через союзников зашли. Ну, ничего страшного. Конечно, много чего страшного, потому что мне далеко лететь. Но ладно. Подумаешь. Они вот это отхватят. Они вообще откуда-то вообще не из того места взялись. То есть они отсюда откуда-то должны были идти. Но как-то пошли не туда. Поход не туда. 180, верфь.
Продолжим крейсера. Антонио. Галилео, Галилей. Эх, да это ужасно на самом деле. Это, знаешь, это нервное уже. Я как бы чувствую, что вот он, конец. Это знаете, как этот, кто играл в этот Hero of the Storm? Вот, не Hero of the Storm, а, господи, карточная игра Hearthstone, да, и там есть такой вестник рока. Вот я сейчас примерно как он. Конец близок! Такая бешеная креветка бегает, усами вот так вот шевелит. Конец близок, нам всем придет конец! Блин, вот падла. А, стоп, подождите, так они все дружно, что ли? Так, подождите, что-то я не пойму. У нас сейчас с ними война идет? По-моему, не должна идти. Или они просто стригерились, что я свои войска поставил подтягивать? 450. Что-то вон, смотрите, 1000. 14 тысяч. Что-то у них такая, конечно, не ахти армейка. А, не, нифига. А чё, подождите. У меня война сразу одновременно со всеми, что ли, началась? Я просто не пойму. Тогда, блин, я здесь останусь. Чёрт с ним. Буду, значит, это как это, каской голову прикрою и буду это терпеть. У меня все равно самое важное это вот здесь вот. Блин, ну, конечно, да, конечно, как-то не особо. Не особо. Ну, не фартануло в начале. У меня, на самом деле, с самого начала был такой достаточно сложный сетап. То есть у меня были вот здесь вот мародеры, да, и они один раз меня грызанули так неплохо. А это мне, ну, как бы дало такой пендаль под зад. Ну, ладно, бывает, на самом деле. Ну, ничего страшного. Мы сейчас что-нибудь придумаем в любом случае. Как-нибудь уже будем как-то не жить, а выживать. Так, третий уровень, конечно, третий уровень, 51. А эти, видите, так, откусили, ушли, откусили, отошли. Ну, молодцы, в принципе, правильно делают. Ну, а тут этот захватывает. Ну, ладно, блин, обидно. Уже, в принципе, смысла нету, меня с трех сторон уже зажимают. До дуговых пушек только, до дуговых излучателей мы прошли. Скажем так, если бы я был не всепоглощающим роем, наверное, я бы выжил. Наверное, у меня бы получилось. Но так уж не срослось, что рядом со мной оказался его величество, как его называют, рядом со мной оказался развитый достаточно товарищ, которого я не успел первым съесть. Он успел подружиться с жабой, жаба не нашла. Ну, еще тот косяк, где я промахнулся просто-напросто. Ну, не промахнулся, а тупанул. Будем называть вещи своими именами. А видите, он так ням-ням-ням-ням-ням. Вака-вака-вака-вака-вака-вака-вака. 21 тысяча против моих 20. Ну, давайте попробуем, ладно, уже последний бой. Нет, сейчас куда они летят? Они летят туда вот, да. Это фиаско, братан. Ну, вообще, кстати, очень интересно получается, они все равно... Ну, блин, как-то вот, знаете, мне вот за что обидно тоже. Вот, как бы, обычно, когда я играл, допустим, сам, ну, сам с собой, то есть мне кажется, что-то все-таки тут, ну, ноги растут в сторону того, что ребята... Как это называется-то? Как правильно это назвать-то по-русски? В сторону того... Точнее, нет, что я хотел сказать. Короче, когда ты играешь сам, то, например, всепоглощающий рой, он появляется где-то вот здесь, вот с краю. Его обычно никто не трогает. То есть всем насрать, пока он не начнет активные действия. Ну, в принципе, я начал активные действия и решил людей надавать соседу. Но обычно вот этот вот сосед как раз-таки оказывается достаточно слаб. Поэтому да. Ну, что у нас там, 23, 20 этот. Блин, что у них такого сильного прям? Чё у них... Чё так по мне больно бьет, я бы даже сказал. Корвет, линкор. А-а-а, блин, копье уже. Ну, блин, тогда всё. Тогда тут даже не о чем говорить. Все в принципе, прозрачно. Ну ладно, чёрт с ним. Шло бы оно нафиг и сразу в задницу. Все, нафиг. Автокапитулировать. Сделать предложение. Бабах. Уганда сдалась. Худший итог из возможных. Все. Ну, я молодец, в принципе.
Я не на последнем месте. Эх, продолжить. Можно продолжить эту замечательную игру. Я буду просто смотреть за тем, как, ну, за тем, как компьютер сам с собой играет. Вот, это забавно. Ну что ж, вот и пришел конец великой креветочной расе. Вот, она довыпендривалась. Вот. Я здесь сейчас закрыл это, только тебя вижу и слышу. Окей. Хорошо. Ладно, не знаю, ребят, не знаю. Вот мы часик повеселились вроде как, в носу поковырялись. Можно посмотреть, что произойдет. Вот, кстати, жалко, что они не сделали перемотку на миллион секунд вперед. Ну ладно. Что там с моими креветочными войсками? Вряд ли они там сейчас. Они, наверное, в рабстве сейчас. Да? Блин, они даже планету переименовали. В Рио-ро-ро-ро-ро-ро. Блин, вы мне даже не покажете на поверхность? Стоп. А кого черта это пробощенные? Стоп, а где креветки? Подождите, где моя Уганда? Эх, Ксению профукал. За Ксению обиднее всего. И за Аквамарину, конечно. Это просто две планеты, которые, к сожалению, да. Вот они, мои креветочки. Геноцид. Ах, это ужасно. Ладно. Выход в главное меню. Вот такой вот беспощадный Iron Man. Да, никто не говорил, что, в принципе, ее величество, точнее, его величество Stellaris будет настолько крутым. Вот, как бы, ну, точнее, настолько... Сейчас. Добрым ко мне. Может, здесь какие-то автосейвы состали? Нет? Ничего? Ладно. Не знаю даже, что делать, ребят. Мы, в принципе, можем начать новую, если вы хотите. Вы готовы посмотреть игру заново? Я фиг его знает. Вот, если готовы, то я с удовольствием начну. Вот, а если нет, тогда ладно, закончим и, не знаю, в следующий раз, наверное, подготовлюсь получше. Да. Да, кстати, у Ксюши была... У Ксении была большая планета. У Аквамарины была большая планета. Вот самые обидные эти как... Ладно, давайте, хорошо, не будем отчаиваться, еще одну начнем. На этот раз я начну не за креветок, это будет не всепоглощающий рой. Давайте подумаем, кого я хочу сделать. Вот, вообще не знаю даже... Даже вот даже не думал, честно говоря. Давай Салли. Подави всех тараканов. Я за, давай новую. Нет, видишь, Настя, тут что-то за новую голосуют. Так, ладно. Если я выкидываю все поглощающие повыше на 25%, на 0,5. Урон армии повышен, нифига себе, темп исследований. Стоимость корабля снижена. То есть, видите, у меня вот при всех обстоятельствах все равно какие-то вот эти косяки выскакивали. Ладно, ничего страшного. Давайте тогда начнем с моей любимой расы. Появление империи разрешено. Почему бы и нет? Может появиться. Да, может появиться, конечно. Пускай появляется. Давай машин, роботов. Это был апокалипсис, по-любому. Покажи расы. Да тут нету рас. Тут расы ты сам себе создаешь, понимаешь? Ты создаешь новую империю просто. А когда ты уже делаешь, можно создать опять роботов, да? То есть я люблю за роботов играть. Мне, в принципе, понравилось. Вот, давайте, наверное, создадим роботов. Вот, мне это, кстати, очень хочется. И очень хочется. Я возьму своего любимого Декрона. А, кстати, у меня же есть уже Декрон индекс. Он же уже создан, вот он. Изменить. Так, сейчас давайте посмотрим, что он у нас имеет. Признаки, значит, массовое производство, скорость строительства роботов, минус товары массового спроса, стоимость переселения очень дорогая. Ладно, ничего страшного. Классы, сухой, засушливый, конечно. Машины все выкачали. Так, город млекопитающих. То есть они на развалинах. То есть предыстория к нашей расе это то, что мы были разумными людьми. Вот. И этот, как его? Короче, пытаемся захватить весь этот. Так, самоанализ, инженерные исследования и быстрая репликация. То есть мы будем очень быстро плодиться. Но на этот раз я постараюсь. Так, флаг мы оставим такой же. Мне очень даже нравится. И все. Титул правителя 0FF. Hate Twitch! Здравствуй, Hate Twitch. Ну да. Да. Только единственное, наверное, я корабли сейчас поменяю. Внешний вид корабля. Мне очень понравились вот эти корабли членистоноги. Так, поехали. Сохранить. И готово.
Так, давайте на этот раз Iron Man выключен, пошел ты в попу. Мне неинтересны эти достижения. Плотность гиперкоридоров. Давайте чуть побольше поставим, чтобы поближе можно было летать в самом начале. Тяжесть кризиса, пригодные для жизни. Так, империи ИИ. Эллиптическая. Так, развитых ИИ три штуки. Блин, и как назло рядом со мной будут мародерские империи. Ладно, ничего. Агрессивность ИИ нормальная, сложность нормальная, расположение империи, скопление, случайно, скопление, случайно, скопление. Что это такое? Параметр определяет, будут ли империи зарождаться в скоплении или распространяться по галактике случайным образом. Это лучше скопление, конечно. Все. Наконец-то у меня будет, будут сохранения, блин. Я перед какими-то волевыми решениями буду сохраняться. Так, поехали. Значит, энергоядро, термоядерное... Перегрузка мощности на 10 лет. Почему бы и нет? Поехали. Так, единство ежемесячно. Рад. Лаборатория плюс 5 минералов. Вот это, кстати, очень интересно, да? Улучшенные сервоприводы. То есть они даже название поменяли. Вот, чтобы вот так вот оно все срослось. Ладно, ладно, ладно. Так, где я появился? Блин, опять где-то в середине. Да ты издеваешься! Потому что я не выдерживаю. Вообще, я был бы рад появиться где-то вот здесь. Ну, по понятным причинам. То есть, как бы от ну ладно. От-от-от-от-от. Но здесь, с другой стороны, тоже хорошо. Это такая точка, знаете, узкое место. То есть, я, в принципе, смогу здесь что-нибудь устроить. Как-то тух-тух-тух. Так, строительство. Еще не все здесь застроено до конца, поэтому я сейчас... пойду, наверное... А, у меня, кстати, плюс так много ресурсов. What? What? Ну ладно, ничего страшного. Мы сейчас их все потратим. Так, пустынька. Здесь у нас что? А, я вспомнил, почему у меня так много ресурсов. Потому что я роботов только строить могу. Да-да-да, точно-точно. За сотенку. Робот за сотенку. Ой, создай верующих поборников чистоты, поклонников креветкам и обещающим отомстить галактике за их убийство. Нет, Артём, у нас, вот я, кстати, не забыл сказать предысторию, рассказать. У нас, короче, смотри, какая предыстория будет. Вот эта раса, вот эта раса появилась. Короче, умирающие креветки наспех построили роботов и отправили их в черную дыру. Вот, и сейчас эти роботы пробудились и не знают, ну, кто они, что они, да? И все, что у них есть, это поврежденные жесткие диски, которые они сейчас криптографируют, да? И вот чем дальше мы будем проходить по игре, чем ближе мы будем подходить к концу игры, вот. Ну, имеется в виду к концу игры, к завоеванию всей этой фигне. Вот, чем, короче, ближе мы к этому подойдем, тем больше у нас будут... нет, сейчас... Короче, чем больше у нас будет знаний о креветках, о том, как они погибли, и кому за это надо отомстить. О! Ну, такой маленький ролплей. Ну, блин, ну, по-другому никак. Айронвилл же. Нет, все нормально. Не надо, файтмист. Нет, ну я понял. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Файтмистер, а ты сегодня не придешь на ларку? А? 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 Я, кстати, не знаю, кто-нибудь смотрел в этот, как его, ну, есть же вот эта вот компания, забыл, как называется, какие-то там чуваки, забыл, честно, как они называются. Что-то почему-то в голову лезет Техас Инструментс, но нет. Там, короче, смысл в чем? Они собирают роботов, ну, и вот робот, который коробку поднимает, парень подходит, вот, и выбивает коробку, толкает этого робота, чтобы тот упал, там, еще что-то такое. Вот. И мне очень понравилась ситуация, когда там, ну, на Ютубе куча видео, где там как-то серия видео называется «Кожаные ублюдки», и там, короче, вот я сейчас по полной мере могу просто всех так называть, потому что я за машину играю. Я просто такой: «Эй, ты!» А? 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 Не знаю, кому интересно, посмотрите, на самом деле очень-очень даже забавно выглядит. Торговый узел, кстати, почему бы его не построить? Он просто с ничего будет мне давать деньги. Потом на что-нибудь поменяем.
Так, вот-вот уже подходит время построить нового робота. Вот, блин, вот серьезно, когда я играю за роботов, я прямо как в своей тарелке. Я знаю, что мне можно построить роботов. Я не завишу от плодовитости. То есть, видите, у меня массовое строительство не зависит ни от чего вообще. Оу, оставить как есть. Ты что? Ты что? А? 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 Так, давайте еще один исследовательский корабль воткнем. Так, поверхность планеты. Мне в данной ситуации вообще хорошо тем, что у меня как минимум сейчас... Точнее, мне сейчас... ко мне сейчас отношение будет другое. Вот так. То есть ребята будут со стороны поглядывать ко мне, присматриваться, но не обязательно будут атаковать. Хотя может опять не повезти. Как креветки смогли построить роботов? У них же клешни. А как котики могут захватить мир? У них же лапки. А? Шах и мат? Я опять беру расширение, потому что расширение или гибель. Как говорили римляне из «Ночи в музее». Я считаю, это применимо к современному, точнее, к настоящему. Так, нанять ученого. Давайте так, темп изучения. Темп изучения аномалий. То есть, подожди. Ты сможешь сходу напасть на... Нет, ну тут все равно 20%. Ну, сейчас, подождите. Сейчас указ. Поставление звездных карт. Уганда! Все равно 20%. Что ты будешь делать, да? Нет, стоп, подождите, как это 20%? Поставление звездных карт минус 10. А, плюс 10 вероятность. Понятно. Антоха опять неправильно прочитал. Ну, впрочем, ничего нового. Вот, это у меня, так сказать, да. А можно мне галактику Факир 96? Ну, только не ДК... Вот только не Декронус. Вот когда будет, тогда будет. Ну, то есть, когда галактика у меня найдется, а Декронус ни в коем случае не трогай. Ну, в смысле, я никому ее не отдам. Потому что Декронус это мое все. Так. Построить. Только не падай духом. Так. Сейчас еще 90 этих подожду. Вот, и воткнем сюда узел связи обязательно. А, как раз они достроятся одновременно. Так, и давайте еще одного поставим на построить. Да что ж тут все так плохо-то? Да, Легион, давай через полчасика где-то, когда у меня хотя бы не одна планета будет, а несколько. Чем мне еще, кстати, нравятся машины, им вообще не нужна еда. Просто вообще. А всех людей, которых ты... Этот, как его... Всех людей, которых ты захватываешь, вот, они так или иначе отправляются в ад. Ну, то есть ты их можешь просто... Нет, не уничтожить, а как это там... Не ассимилировать, господи, это называется там... Короче, переработать в энергию, по-моему. Так, любопытно. Инвейдеры уже появились. Так, давай. 19. Да-да-да-да-да-да-да. Не-не-не-не-не-не-не. Давай. На. Или покопить. Так, давайте, во-первых, сразу застолбим вот эту систему. Потому что это единственная система вокруг с планетой. А, вот 24! Вау. Надо туда сейчас продвигаться потихонечку. Эх, красота. Прямо дышится как-то полегче. Я прям такой, а, еда, она мне не нужна. Ученые третью звезду получают, и все аномалии будут 95. Я понял тебя. Ну и ничего страшного, я не тороплюсь с этими аномалиями. Главное, что я их сейчас побольше найду. Вот, я просто раздосадовался до этого от того, что... О, единство еще дополнительно. Так, склад запчастей. О, то, что нужно. Так, как раз у меня сейчас, да, производство столичными сооружениями. И следующее, вот дожидаюсь вот этого через 16 месяцев. И строю уже... точнее, нет, я даже так скажу. Я сейчас жду... так, 16 месяцев, 12 месяцев жду. Прожимаю на... А, ну как раз вот у меня колониальный корабль построится. И к этому моменту, когда я этот... Вот, с одним дополнительным колонистом я начну. Это вообще найс. Так, единственное, что я хочу сделать, это... Вот здесь вот построить... Нет. Заказать еще одного
трутня и построить здесь, да, шахту. Найс. System survey complete. Легион! А, саундтрек классный. Сейчас, конечно, конечно. Не, вы говорите, когда погромче. Мне вообще нравится саундтрек здесь. Ну, просто я обычно, понимаете, музыку в играх стараюсь скидывать пониже. Вот. Почему? Потому что, ну, иногда за это на YouTube не очень любят и все такое. Поэтому я так. Сколько здесь? 900. Так, сейчас. Изучить систему. Неправильно написал. Саундтрек, кстати, вообще прикольный, и я советую поискать где-нибудь, ну, на ютубчике, может, полное собрание этого саундтрека. Вообще, да, нет, сейчас стоять. Переместиться сюда. Я пока коплю. Так, что у нас там? Плюс 5% минералов, отлично. О, шахта. Вот сейчас мне кажется, что игра пошла лучше. Не, вот серьезно, вот кроме смеха, вот мне кажется, что она сейчас пошла лучше. Вот, в том плане, что как-то да. Как-то она больше вызывает у меня доверие, чем игра перед этим. Ну, конечно, нет, на самом деле хардкорно. Хардкорно играть за этот, как его, за его величество. Так, вот, отлично. Достаточно хардкорно играть за Рой. Серьезно, там должно подфартить. Ну, по крайней мере, мне товарищ рассказывал, он не раз побеждал, причем побеждал на харде. Ну, вообще, у меня... Он как мне сказал? Он сказал, на самом деле, главный косяк в том, что когда ты начинаешь атаковать за Рой, все, все начинают тебя сразу бить, и этот, и вот это, конечно, косяк. Что там про музыку на YouTube? Night Air, то, что там блокируют обычно видео. Ну, не блокируют, а монетизируют. А это значит, что, типа, перед каждым моим видео, типа, будет там 20-минутный ролик, там еще что-то, ну, типа, без возможности пропуска. Там каждый, кто как хочет, тот так и это. В конце концов, мы получим ответы. Так, пульсар служит бесконечным источником озарения, но пронзительный явно опасный. Мы сталкивались... У нас, что ли, в системе, в родной? Нет, это вот здесь. Это вот здесь пульсар. Так, что у нас там изучилось? Ядро. Плюс 5 исследований, конечно же. Энергоядро сейчас мы вот сюда вот воткнем. Так. Поселенцы! Поселенцы! Так, блин, опять на паузе все стояло, блин. Мои вот эти вот в надежде, что что-то произойдет. Это, конечно, да, это феерично. Всегда феерично. Так. Так, да-да-да-да, придется немножко потерпеть. Так, колониальный корабль. Le François Le Corablic, подождите. Колонизировать планету. И приземлимся. Мы. Блин. Некуда приземляться. Сюда можно приземлиться, да. Я думаю, сюда будет самое то. Так, Stellaris это грозить не должно. Парадокс. Оставили свою музыку в открытом доступе и не требуется влет. А, ну тогда. Тогда хорошо. Если это так, то это вообще отлично. Вот, я тебе так скажу. Тогда я рад. Сейчас, подождите. Стой, строительный корабль. Сначала построй здесь станцию. Потом построй здесь пост. Да. Вот такой последовательный. А потом вот сюда вот. Вот этих потом еще убрать. О, еще 24. Все. Я беру свои слова назад. Мне уже нравится эта система. И здесь мы сделаем какое-нибудь ядро, да? То есть вот у нас здесь точка входа. Раз, два, три, наверное. Хотя, ладно, что-нибудь придумаем. Получено 40 единства. Это там за то, что комета прилетела. Типа, у нас роботы такие трогательные. Точнее, так растрогались, что пролетела комета, так расход влияния на космическую базу снижен на 10%. Так, стоимость традиции... Так, наверное, вот это сначала. Для начала. Так... Что-то там строишь? Наполовинку строит. Построил уже, точнее.
Так, а здесь уже надо все расчищать тихонечку. Так, электростанция, тут... Да ладно! Шанс облажаться 10%! И он слил. Нет, ребят, чтобы вы понимали, я всю прошлую игру... Это нечестно. Это нечестно. У меня начинает подозрение на эту игру появляться. Это ужасно. Нет, это великая смерть для нас, но черт! Я со зрением плохо, по-любому. Ну ты это, попробуй как флюгер так покрутиться. На монитор, сюда, на монитор, сюда, на монитор, сюда, на монитор, сюда. Вот, и потом еще раз спроси меня про то, хорошее у меня зрение или нет. Вот. Не, ну я иногда что-то могу не прочитать, что-то могу криво прочитать. Но это чисто из-за того, что я, как это называется, немножко отвлечен. Так, изучить систему, изучить. Блин, если сейчас тут еще что-то вкусное будет, это вообще. Чем мне еще, кстати, нравятся роботы, то что для них все земли пригодные, вообще все. Но они лишены всяких вот плюшек, типа органиков, неоргаников, бла-бла-бла. Так, научный корабль, нанять. Риск неудачи, да, минус 10%, отлично. Изучить систему, давай уж. Давай за них, давай за нас. Подозрительно, а может XCOM вспомнил? Да вот по-любому вообще. О, с кем-то встретить. Блин, да неужели, ну блин, неужели кто-то опять вплотную ко мне? Да что такое вообще? Это хорошо, что мародеры не вплотную подъехали. На этом спасибо. На этом спасибо. Так, сейчас тут надо уже расчищать кусочки. Так, и сюда вот. Здесь у нас следующая колония будет. Я думаю, можно даже вот как-то схлопнуть это все. Ну, попозже чуть-чуть. Поверхность, космопорт. Блин, 300 колониальный корабль. Кстати говоря, там, когда я до конца изучу традицию... Ё-моё. Система основ... Не то. Так, нуйс. У нас появился сразу... Сразу мы появились с чушком на этом, как его... С чушком на перевес. Так, построить поселенца. Да, отлично. System survey complete. Ну да, при этом общаться на... Отвечать на вопрос, общаться с вами, при этом еще думать, как в игре, потому что это... Запуск протокола приветствия! Zip-файл! О! Я что-то испугался аж. Я пипец, я так очканул. Блин, они прям вплотную ко мне. Бездушные машины. Ладно. Предложить торговое соглашение. Соглашение об исследованиях. Ну, я знал, что так будет. Поэтому я, наверное... передать известные каналы связи с другими империями. А что, теперь картой нельзя поделиться? А как мне тогда с ними вообще вести диалог конструктивный? Не, ну давайте я связи. Давайте, на тебе мою связь. Я, конечно, понимаю, что нафиг тебе это не упало. Так, ну подожди, тогда эти системы исследовать незачем. Черт, это... А, нет, вот все, закрыли они мне границы, наконец-то. Ну ладно, ничего страшного. Вот я тогда вот постараюсь еще вот это вот, Цезаря вот этого схватить. Давай, вперед! Жми! Жми! Не буду. Почему? Не, на самом деле, демон, я спокойно к этому отношусь совершенно. К тому, что, ну, спрашивают про XCOM. Ну, потому что я и сам хочу второй XCOM пройти, потому что, ну, блин, интересно, чем там все. Не, я, конечно, знаю, в чем замут сюжета, в чем все это, да, то есть там, это типа ноги растут от дополнения как раз-таки. Вот, но между тем, хотелось бы это все своими глазами бы увидеть. На самом деле, потрогать, почувствовать. Так, что у нас там? Так, до сих пор нету дома. Так, ну я думаю, здесь я пока ничего не буду строить. Так, а вот здесь вот построю вот такую штуку. Сверху закину поселенца. Чуть не забыл, оказывается, мой псевдоним Делоньюс. Его, так, есть значение дела.
Так, от моей фамилии Ньюс с арабского переводится как невеста. О боже. Получается, деловая невеста. Ну, видишь, это как этот, как это называется? Никогда не узнаешь, когда придется, как это называется, прозвище, да? Меня кубиком называли. Хотя, честно говоря, вот у меня, да, это в компьютерном клубе, я помню, у меня была кликуха рандом. Потому что я исключительно рандомил, я никогда просто так не стрелял. Я просто вышел из-за угла. Так, зарождение пиратства в космосе. Небольшая группа неисправных единиц отделилась от вашего флота и пошла грабить караваны. Хорошо. Я за них рад. Максимальное число военных баз, стоимость традиций. Наверное, лучше это вкачаю. Потому что сейчас мне вот-вот прилетит еще один. Ой, серьезно, да? Вы прям в родную систему решили, да? То есть... Три сотки у меня на этом, как его? Блин, ну это, конечно, я понимаю, что это нельзя оставить без внимания, потому что они сейчас пойдут к соседям. Вот, но, честно говоря, 189, в этой системе 125, они, наверное, вот сюда вот полетят. Какашки. Ладно, ничего, пускай пока полетают. У меня сейчас самое главное, надо систему захватить. Здравствуй, белая тигрица! Да, кстати, дракончик, который с Серебряной Луны, который Андрей, если ты еще здесь, прости, пожалуйста, я только сейчас вспомнил, что ты поздоровался, а я отвлекся! Прости меня, дракон! Я видел, да, мочи их всех, я прочитал. Падла! 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 Нет! Нет! Ладно, на самом деле, две планеты, это да, но у меня здесь одна планета 24, на 24. И здесь ресурсов получше. Поэтому ничего страшного, я в любом случае я выиграл, но это обидно. Так, пустыня, не теряем бдительность, продолжаем строить. Белая тигрица, рар. Так, что там за технология? Склад запчастей. Полезная технология, расчистка блоков. Я думаю... Да, расчистка будет пополезнее. Так, сейчас, склад запасных частей, куда бы воткнуть. Так, а он что прибавляет? Он прибавляет... Ага, вот что, да? Социальные исследования. Ну, то есть ничего не поменялось, в принципе. Так, сейчас еще двадцаточка. Так, давай, 35. Ну, давай! Найс. Так, куда-то наш этот пропал... А, ну да, правильно, здесь построились, вот, и он сейчас, научный корабль у нас отлетел. Так, что за технология? А, плюс 5 темпа исследования. Так, скорость развития колонии. Нет, термоядерный реактор. Че они там, ковыряют, что ли? Смотрите, да? Пиу-пиу-пиу-пиу! Эх, ладно, давайте ему поможем. Это так просто какая-то встрясочка такая беспонтовая. Давай расу вареников создадим. Ну, не знаю. Наверное. Нет, ну в смысле, тут нету котов. А, нет, есть коты. Это я, да. По-моему, были какие-то. А что, все что ли? Они сами развалились. Ладно. Так. Сколько? 5%. Изучай. Сколько? 20%. Не изучай. Сколько? 20%? О! Так, сюда потом и сюда. Найс. Много ты пропустил? На самом деле, я проиграл прошлую игру, и вот сейчас сыграю новую, поэтому, наверное, немного относительно этого всего. Так. Продолжаем экспансию. Я вот-вот уже, на самом деле, построю корабль. Ну, точнее, чуть-чуть попозже построю корабль. Мы сразу две планетки вот эти заселим, вот эту и вот эту. По 24, смотрите, мы две самые жирные планеты отхватили. Это найс. Расширяться я буду ровно до сюда, потом пойду отсюда. То есть здесь тоже вот в этот узел расширюсь, и до вот этого узла, и до вот этого. То есть я думаю, для первого, так сказать, момента... Ё-моё, я все думаю, что он не летит? Засранец.
до первых фишечек у нас очень даже, даже неплохо получается. Получены ресурсы. Найс, найс. Сегодня аж 17 смотрит. Ну да, что-то, блин, поднимаемся. Поднимаемся с колен, понимаешь? Ну да. Че в Борсе пиратская база не изучит? В Борсе пиратская база не изучит? А, вот здесь вот ты имеешь в виду, я понял. Ну мы сейчас этот, как его, все, я сообразил. Надо было просто чуть медленнее прочитать. Так, и в итоге бац, сразу же у нас строительство роботов. Так. Ну, скорость строительства робота. А, вот, плюс 15 пошло. Найс. Найс. Золотая чаша золотая. Так, давайте-ка вот эту часть изучить. Посмотрим, что у нас вообще по краям. Так, верфь. Корвет. Надо еще парочку корветов построить, потому что я не знаю, насколько там сильная база. Возможно, сильнее, возможно, не сильнее. Давай. Быстрее. Бене. Воу. Вот сейчас мы и посмотрим, сколько там. Ну ты не посмотрел, сколько там. Боже. Так, давайте попробуем. Она не настолько сильная прям должна быть, мне кажется. Так, научный корабль сразу скис. Он такой, я туда не пойду. Не, мне за это не платят, я туда не пойду. Ну, значит, пойдем вот эту часть изучать. Пока есть такая возможность. Здорово, малай! Я уже давно тебя смотрел, но просто молча. Хорошо, без проблем. Это круть. Не, ребят, вообще круто. Мне нравится, что вы приходите такие довольные, веселые. 72 всего. Это найс. Ну, единственное, конечно, сегодня я косякнул очень сильно. Ой, я тоже так делаю. А, это я только броню у него снял. 133. Интересно, а это вообще выгодно вот так вот вокруг корабля летать? Блин, один корвет потерял. Ну, не зря построил его, на самом деле. Сейчас еще один отлетит. Нет! Ах, нет, я успел его базу уничтожить быстрее, чем стало слишком поздно. Ну, хорошо. Привет, Антон, Stellaris хорошая игра. Да, по-любому, когда она не бьет тебя по заднице огромным таким железным металлическим прутом. Приходите и молчите. А потом стример о пушкаре грустит. Ну да. Блин, надо как-нибудь еще раз в студейку залететь. Вот, и там поиграть во что-нибудь. Какую-нибудь великолепную игрульку. Так, поехали. Значит, у нас я сейчас воткну колониальный корабль и между делом начну. Так, здесь поселенец. И здесь поселенец. Отлично. Смотрите, он тоже времени зря не теряет. Пошел тоже цапать. Ну, какая-то игра, блин, в захватческую пиратскую игру превратилась. То есть надо, короче, как можно больше копануть. Прямо тропику какой-то, да? Симулятор Эль Президенте. Так, все. У нас мы полностью все изучили. Одна ячейка стремления. На ячейку стремления я, конечно, ставлю изучение технологий. Вот, это даже не обсуждается. У меня еще даже есть сегодня 19 минут. Окей. А сколько тут звезд? 800, если я не ошибаюсь. Так, до пост. Так, а сколько там будет стоить? Недостаточно ресурсов для усиления флота. Ну ладно. Как скажете. 145. Ну да, стоимость ровно одного корвета. Так, надо уже очищать блоки. Так, это улучшили, это очистили. А, кстати, их же можно очищать, они теперь не требуют ресурсов. Ну, в смысле, они требуют ресурсов, но они не требуют ресурсов, которые бы печально бы сказались на мне. Так, давайте-ка это вот так вот.
Так, это пока оставляем. Здесь воткнем лабораторию потом. Впоследствии. А, ты в этом плане. Не, ну я же не в буквальном смысле, что вот прямо сейчас срываться и лететь. Не, просто как-нибудь приехать, как-нибудь еще разок, вот, и не знаю, там, поиграть во что-нибудь, еще что-то такое. Там что-то про, видишь, спрашивали что-то про Overwatch, но я честно говоря, мне страшно за такие вопросы, почему, потому что, не то, чтобы я не умел играть или что-то такое, но, черт, так что, чуть-чуть, что там было, какие-то там дебафы были. Социальные исследования и приспособленность плюс 5, скорость прироста и привлекательность руководящих должностей. Роботам вообще нипочем. Как, в принципе, и, да, плодовитость. Антон, завтра моя днюха, а твоя только третьего. Это отстой. Не напоминай. Это грустно, на самом деле. Вот. Прошел еще один день рождения, я так ничего и не сделал. Грустно мне как-то, грустно. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Надеюсь, скоро что-нибудь родится. Я родился. Ну и, конечно, да. Завтра... завтра, как назло, стрима-то и не будет. А, заранее не поздравляет, так что сорян. Вот, так бы поздравил, может быть. Ну не может быть, а поздравил бы, конечно. Так, 200 надо подкопить. Вообще, кстати, со второго раза игра так бодрее идет. Ну, имеется в виду по тому, что делать надо, что это. То есть, ну, как-то более осознанно все это воспринимаешь. Блин, конечно, вот этих вот козлов бы отсюда выкорчивать. Ну ладно, чуть попозже. А то мне прям вот этот вот коридорчик, этот перешейк, мне берут и загораживают. Вообще, кстати, почему бы не построить просто еще один строительный корабль? Почему я постоянно на одном строительном корабле сижу? Так, потом изволь, пожалуйста, вот сюда вот. Ага, и вот сюда. Ага. Construction complete. Так, пустынька. Так, поселенец. Тут у нас сколько еще слотов? Раз, два, три. Еще три слота осталось. Четвертый достраивается. Этого мы заселяем. Так, еще один строительный корабль подлетел. Поехали. А нет, подождите. Стоп. Ну, конечно, тут раз энергия. А тут энергия где? Сейчас. Тут троечка энергия. А тут вообще энергии нет. А вот тут пятерочка, кстати говоря. Давайте я сначала сюда прилечу. Не то, чтобы мне нужна была энергия, но она всегда... пригодится. Так, второй строитель. Лёп. Technological acquisition successful. Так, что мы там изучили? Ага, расчистка непригодных участков. Еще непригодные участки расчищаем. Так. Блин, вот тут три разных непригодных участка. Это, конечно, вообще грустно. Ладно. Вайт Пистер, ты мне, кстати, так и не ответил. Ты явишься на ларку-то или нет? Или у тебя дела? О, моддинг. Очки модификации машин. Почему бы и нет? Вау, 118 месяцев. 76. А, ладно, пускай будет. Хотя, блин, мы сейчас успеем заселить систему до того, как она станет мейнстримом. Поэтому это не имеет смысла. Но я же тут сижу. Не, я имею в виду на ларку. Construction complete. Угу, отлично. Уже все разваливается, просто трещит по швам. По швям. Так, что у нас там со скоростью здесь? Ну, вот как раз. Ого-хо-хо-хо-хо-хо. Это же еще одно облако. Точнее, подождите, может и здесь тоже облако? Я знаю, что это такое. Это такой, ну это не боссы, конечно, но это эти, облачка. Они вроде как добрые. Так, это где? Это вот здесь.
Так, по-моему, я уже не хотел сюда расширяться. А нет, сюда как раз расширились, потом вот сюда и вот сюда. О, отлично. Для начальной империи будет очень даже неплохо. Мне вот, я, конечно, за эти две планеты просто очень счастлив. Просто божественно. Construction complete. Нет, ну в смысле освободился? Я же... Нет, ну это... Вайтмистер, опять ты начинаешь. Construction complete. Па-па-пам-па-па-пам. Я надеюсь найти торговцев, кстати говоря. Потому что торговцы мне, не представляете, какой пендель дадут. Я просто продемонстрирую потом, насколько это круто. Блин, нет, давайте я вот эту вот часть изучу. Сейчас изучить... Изучить. Так. Чувак, как с тобой там дружить? Трение на границе, бездушные машины. Так, а как насчет предложить торговое соглашение? Передать систему. Ха, они только рады, посмотрите-ка, а? Пардакс не хотят, а вот Цезарь, потому что там уже все заселено. Так, подождите, связи. Нет. Привилегированный доступ на 10 лет. Соглашение об исследованиях. Да пожалуйста. Надо же хоть как-то с ними торговать. Базовое ухудшение доверия к нам изменится плюс 10. Просто с ними надо постоянные торговые отношения иметь. Блин, ну конечно привилегированный доступ, это я дернул. Это я зря. Так, куда здесь? Социальные исследования? Да нет, ты бы лучше куда-нибудь вот на что-нибудь более полезное бы пошел. На завод. Construction complete. Ой, как я давно не торговал, ребят. Это просто божественно. Мегатери, да. Ты когда бриться начнешь? Никогда. На самом деле я храню себя для обряда, так сказать, подравнивания бородки до идеального размера. То есть для этого надо, чтобы это случилось, ее надо сначала хорошенько отрастить. Вот, а потом можно будет какой-то уникальный стиль сделать. Так, автоматическое исследование. Исследование завершено. Да, плюсик в чат, кто узнал, откуда это? Да все знают. Это слишком легко. Too easy. Икс. Ну, слушайте, мы сейчас еще и лаборатории как раз-таки воткнем. Очень много лабораторий. Исследование завершено. Так, кстати говоря, что-то я не то стал строить. Надо же было строить в первую очередь вот эту вот штуку. Запчасти. Так, сюда еще одного поселенца. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Или как-то так. Блин, как... Ну, конечно, да, у меня уже голос не тот. Просто когда на самом деле сидишь и долго пытаешься пародировать один и тот же голос, это очень, ну, как бы быстрее начинаешь к нему сходиться. Так, превосходство я пока качать не буду. Скорее всего, я сделаю либо многозадачность, вот, чтобы мне хоть как-то вокруг себя, понимаете, да, дружить со всеми. Вот, и мне это как раз будет в пользу. Почему? Потому что... Так, сейчас производство... Максимальный уровень лидера, количество... Нет, подождите. Не, вот. Максимальное доверие увеличится на 50, а отношение улучшено на 20, но только с империей, с формой правления машинный разум. Тогда нет. Фигушки. Так, сейчас, подождите. Машины реже ломаются, скорость строительства сооружений увеличена, волнения снижены, центр управления... Что-то я тогда не знаю, что качать. Темпы изучения, альтернативные исследования, прирост опыта лидера повышен на 25%, помощь в исследованиях. Блин, нифига себе, что это мне идти? Блин, в превосходство не хочу, многозадачность. Да что она мне даст? Стоимость строительства поселений, все традиции многозадачные принятые. Производство ресурсов типа поселений увеличится на 5%, а здесь риск неудачи, вероятность обнаружения аномалии и все традиции открытия. Давайте исследование. Так, да, заодно я тогда сейчас молотком стукну, чтобы у меня было составление звездных карт. Компания дронов. Так, скорость строительства роботов.
Я определенно люблю Stellaris теперь. Сладких снов, тигрит. Давай, спокойной ночи. Правда, вот эта штука с космопортами бесит, а уж тем более с лимитом на них. Нет, ну подожди, никто же тебя не обязывает на максимум их грейдить, правильно? Поэтому обычных строй сколько хочешь. На самом деле, мне это больше нравится, чем пограничные станции, вот эти вот дурацкие, которые постоянно тратили влияние и вообще бесили на самом деле. Ну, меня бесили. Я за всех говорить не буду. Так. Оказалось, бесплодной планетой. Грустно, грустно. Так, где мой научный корабль? Может, тогда еще один научный корабль воткнем? А давайте, чем черт не шутит? Раз уж у нас такая пьянка пошла. I'm a ninja raider. Put your hands up. То есть мы сделаем таких вот... Мы сделаем... Дает доступ к глобальному указу улучшенная выработка энергии. Получайте модификатор угасшее общество роботов. Плюс 5. Так, сейчас планета представляет собой токсичную пустошь. Так... Коррозийными веществами. На наши сканеры показывают, что так недавно, так исчезнущая органическая цивилизация, для которой эта планета была родной. Планета была уничтожена из-за того, что они изменяли климат, а здесь был заброшенный завод. Понятно. Хорошо. Это нуйс. Это сладенько. Это вкусненько. Так, изучить систему. Так, единственное, когда там у нас автоматические исследования только-только там 50 месяцев. Ну, ничего страшного. Так, что у нас там есть? Кто у нас там есть? Так, темп изучения аномалии. Шлеп. Так, ну и давайте его куда-нибудь вообще там черту на рога отправим. Пускай там все исследует. Изучить систему. Ни на что не рассчитываю, просто чтобы он побыстрее там, подольше там веселился. Следи за временем, Антон. Я знаю, еще полчасика, не переживай. Да, я знаю, Настя. Не переживай, я уже как бы привык. На самом деле, самое крутое, это вот White Mister не даст соврать, когда я там стрим закончил. И даже опоздал, блин, на стрим игромании. Потому что сам дурак. Вот, но нет, такого не повторится. Так. Лаборатория. Надо уже начинать выстраивать лаборатории. Так, нет, здесь поселенцы готовы. Здесь поселенец. Так. Вот у роботов фигня в том, что я всегда спамлю роботами. Вот, ну потому что, понимаете, на их производство нужно время. Вот, а нафига... Ну, вы поняли, в общем. Короче, чтобы сэкономить время в будущем, я сейчас трачу его на зоолаборатория. А давайте. Вот, я сейчас его трачу на то, чтобы строить как раз-таки вот этих ребят. Так... Конечно, я понимаю, что я при этом очень сильно проседаю. Сейчас, подождите, отменить. Я понимаю, что я при этом очень сильно проседаю по ресурсам. Вот, но ничего не поделаешь. Так, на то здесь есть пауза. Так, 5-4 лабораторный блок стоит. Они тоже начинают расширяться. Нет, я опаздываю. Я сейчас себя буду вести как кролик. Так, что у нас там? Ага, еще одна звезда. На этот раз слишком много этих Void звезд появилось. Изучить. Не, это не то. Это не те, ребят. Так, теперь я могу этот блок очистить, но это мне особо не поможет, поэтому да. Поэтому строим это. Строим, значит, здесь электростанцию. Так, а здесь ядро уже есть? Куда-то я должен был ядро здесь воткнуть. Сейчас куда-нибудь воткнем. Так, здесь у нас что? Здесь у нас еще одного поселенца надо. И все, у нас планета полная, да. Планета полностью заселена. Найс. Вот что мне нравится, так это то, что в начале катки можно выбить всю... Можно выбрать начало кризиса. Ибо бесило ждать 300-400 годов уже... Ну... Нет, ну почему? Подожди. Не надо ждать 300-400. Они иногда сами к тебе приходили. Ну, либо ты успевал выиграть раньше. Они специально это на рандом поставили. Потому что, ну, сам подумай. Немножко очень больно, когда ты в какой-то... Блин. Все пока делается. Блин, этот домик, значит... А, ну да, значит, что у нас
люди некоторые впахивают без этого. Без домов, короче, работают. Так, вот здесь вот еще бесполезная фигня. Еще пираты. Так, еще пираты, это нехорошо, конечно. Так, где они? А, и... Блин. Ладно, надо было посмотреть, где пираты у нас. Так. Давайте тоже не будем отставать от этого говнюка, а то что-то как-то, блин... А здесь что? Система не... Ух ты, блин, тут планетка 23. Сейчас изучить систему. Потом изучить систему. Так, и потом изучить. Блин, это, конечно... Это здорово, мне нравится. Так, пустынная земля. Построить поселенца. Так, уже надо строить следующий колониальный корабль. Боже, где мы две еды добываем? Кто посмел добывать две еды? Принесите эту планету мне на блюдечке. Две еды, где еда вообще? Вот, две еды. На родной планете. Хорошо. Так. Ой, это что это? Наконец-то можно будет, если Вайтмистера не будет, то, наверное, скорее всего, будешь ты, и ты будешь помогать мне делать эти превьюшки к стримам. Блин, наконец-то, я дождался этого. А то просто иногда просыпают админы. Ну или забивают просто на меня. Я не знаю. Так, о. У нас мы обнаружили очередную базу. Но это уже навык 5 ученых и дальше. Так. Все, здесь у нас уже максимум. Так, поверхность планеты. Продолжаем строить наших роботов просто. О, нет! Все. Звук вернулся. Я сейчас тебя забаню. Не надо, Вайтмистер. Белый мистер, он не надоел, он хороший. Я его... Так. Конечно, электростанция. Так, где? Еще, блин, креста... Нет, это уже какие-то... Еще две планетки. Но это далековато от меня. Конечно, далековато. Ну ничего, сейчас у нас вообще появится авто... А, подождите, у нас уже есть автоматическое исследование. Фу! Поехал. Так, автоисследование. Единственное, только сейчас за этого ученого. Это же он? Нет, это не он. Вот это, да? Второй, ага. За второго ученого исследуем аномалию. Так, и за кого еще? Блин, вот здесь вот еще аномалии, ух. Здесь изучай. Ух, сейчас мы тут все изучим. Будем изучать все аномалии. Так, где еще? Все, да. А, вот еще про... Не, ну проект мы не сможем сейчас. Весенний лес. Так, изучай. А, как же эти металлические ублюдки долго строятся? О, Faceless! Вот здесь я с тобой очень сильно поспорю. Знаешь, сколько мы играем? Мы играем всего час, а я уже полностью забил три планеты практически до краев. Ну, это только началось. То есть, блин, на самом деле очень быстро. Вот, а по поводу кожаных, они не дольше. На самом деле, мало кто использует, и я тоже не использую, потому что мне не хочется на это тратить время, а надо бы, потому что сейчас все для этого сделали. Объясню. Сейчас за переселение требуется только энергия. Вот, и что вы делаете? Вы с других планет быстро переселяете на ту планету, которая вам надо, поэтому там окошко с двумя этими выпадающими списками. Вы быстро переселяете на ту планету 10-15 там жителей, да, с других планет. А на других планетах параллельно запускаете строительство. То есть, да, или они у вас начинают плодиться. То есть, это та фишка, которую я не использовал в прошлой игре, да и, в принципе, не любил ее использовать раньше. Почему? Потому что переселение требовало влияния.
Вот, а сейчас оно такового не требует, поэтому можно совершенно спокойно, не парясь, вот, ну, как бы, понятно, да, то есть заниматься своими замечательными делами. Так. Вот такими вот грязными по переселению. Поэтому не, эти роботы, они быстрее всех плодятся, на самом деле. Если еще там поставить репликатор, еще что-то, прокачаться, это вообще, это такое чудовище будет. Это просто невозможно и невообразимо. Так. Органичные тоже не так быстро плодятся. Ну, блин, ну... Да, у органиков есть минус. Да, если на планете уже много поселенцев, то проблема есть. Но, понимаешь, один слот профукать на какой-то другой планете, да, допустим, плюс 8 минералов, да, или, ну, нет, там, наверное, где-то плюс 6 еды, которые постоянно навалом, да, или же на новой планете... Так, сейчас, секундочку, ребят. Альтернативные исследования, прирост лидера... Блин, просто здесь темп изучения повышен на 35%, и научный корабль... Не, конечно. Конечно. Вот. Ну, короче, я надеюсь, что вы поняли, к чему я. Я к тому, что, на самом деле, даже, ну, даже при таких условиях, все равно слотов на новой планете можно гораздо больше занять, чем вот сидеть и, как бы там, я не знаю, в носу ковыряться. Вот, то есть то, чем я сейчас занимаюсь, я просто спамлю этими ребятами, потому что знаю, что здание стоит вообще копейки по отношению к тому, что там 50 зданий, при этом я сейчас себе столько нагейню этих ресурсов, столько всего сделаю, вот, и как бы да, мне будет пофиг. Ой. Что-то я сегодня расчихался. Так, что у нас там? Моддинг можно изучить. Давайте изучим моддинг. Мы его немножко поизучали. И, конечно же, расчистку не приго... А, да, вулканов, по-моему, у нас больше. Да, вот здесь, вулканов вообще куча. Опа, тихо-тихо-тихо-тихо. Ведущий член докладывает о том, что в арку звезды кружит керамический контейнер. Очень странно. Очевидно, что там не должно ничего быть, но каким-то образом он все-таки остался на низкой орбите. Для исследования контейнера и попытки понять, как он очутился там, нужен особый проект. Изучить невозможная керамика. Это стоит изучить. Где это? Так, тихо. Исследовать проект. Так, невозможная керамика. Перейти. Так, блин, исследуй тогда. Исследовать проект в системе. Ой, спасибо. Спасибо. Не видишь, что, блин, простужаюсь. Нет! Вам меня не достать! Так. Ой, вот эта музычка мне так нравится. Она так разгоняется. Так, и потом... Так, запустить протокол приветствия. Вот, кстати, с этими я буду дружить. Потому что они очень, да, замысловатые машины. Поэтому с ними можно сразу подружиться. Но я с этими подружусь. Сколько у нас отношений? 9, да. Потихонечку поднимается. Плюс 10 ксенофилии, плюс 20 доверие, да, бездушные машины. Вот, но это вот эта часть. Вот. Нельзя использовать полноправное ИИ. Блин, мощность флотилии не позвал. Опять я попался... на соседа, у которого в самом начале очень много всего. Вот, ну имеется в виду ресурсов, еще чего-то. Грустно как, грустно. Музыка моего уничтожения. А? Что там? Электростанция второго уровня. Физическая лаборатория. Нам как раз физические исследования надо немножко поднимать. Да что ж ты будешь делать, да? Блин, даже кокнули. Падла. Ну ладно, ничего страшного. У меня еще два есть. Так. Тебе еще повезло, у меня через одну систему от столичной кочевники распавнились в первой игре в новом патче. Вот знаешь, Faceless, вот давайте так скажем. Я когда начал прошлую игру, Зарой, рядом со мной прям мародеры были в одной системе.
в двух системах от меня были мародеры. И в одной системе от меня были люди, которые... О, отлично, отлично. Мы с ними тоже подружимся. Найс, у меня есть два союзника. У меня есть два союзника, и я теперь точно не профукаю... Блин, надо не профукать вот эту планету. Надо точно не профукать эту планету. Ой, что-то сопи полились. Что такое, блин? Похоже, я умру. Так. Так, здесь я уже все и исследовал. Так. Улучшить. Так, все, надо уже потихонечку сбавлять обороты по постройке поселений. Вот, просто-напросто сейчас надо заняться зданиями и улучшениями наших этих всех вещиц. Хотя, с другой стороны, без разницы. Тут в самом начале ты вот как бы даже не знаешь, куда деться. Ты вот сидишь, и ты вот прям все подряд изучаешь. Ты прямо пытаешься, блин, я не знаю, за все ухватиться. Вот, но, к сожалению, так не получится. Так не получится. Так я про них ничего не знал и решил вынести, когда... Тогда да. Так, добавлен модификатор. Экспериментальное открытие. На срок 240 месяцев. Обладает темп исследований плюс 15%. Ух, не зря мы изучили эту штуку. Ну, ту, эту, которую мы изучали. Короче, вы поняли. То, на что я отправил своих маленьких трудней. Так, тут что у нас? Почему ничего не строится? Ну, все стоит. Так, электростанция. Так, еще электростанция. Вообще, кстати, я что-то очень мало шахт вижу. Вообще, у меня сейчас основной ресурс идет не минералы, по большей части, а шахты, конечно. О, не шахты, да, блин, не в смысле не минералы, а... Так. Не будем трогать мертвых инопланетян. Так, склеп. Мы не можем им помочь, но все-таки выгрузите для нас эти нейронные сети. Не будем трогать мертвых инопланетян. Блин, я не помню, к чему это приведет. Тебе надо бы верхнего отсечь, чтобы он вниз не прошел. Да, я сейчас этим и занимаюсь, да, как раз-таки я и хотел. Блин, нифига себе. На самом деле, самый большой фейл, ребят, в Стелларисе, это знаете какой? Я, короче... Ну, прилетел на планету, изучил ее. Это еще в самых первых патчах, то есть, когда только Stellaris был. И там была планета, называлась Рай. Вот. И, короче, когда ты, смотришь на это все, называлось райское место, что-то такое. Этот, как его, империя, которая по соседству считает ее священной для себя. Так, ну что, блин, не хочу никаких приключений. Так, есть шанс хоть уцелевшую... Ну ладно, хорошо. Давайте выгрузим нейронную сеть. Вот, и хоть какой-то шансик. Вот, имеется в виду на то, что... Блин, сейчас, подождите. И вот у меня появился такой шанс, представляете, 25. Размер планеты 25. Я такой шанс просто не мог упустить. Он идеально ко мне подходил. Я на нее приземлился, они говорят, мы вас покараем. Я говорю, давайте, покарайте. И когда ко мне прилетели корабли... Емкостью 8, ну то есть 80к, 30к, а когда у меня было только 10, я такой... вот это как бы самый мой такой, ну как это, фейл был, самый большой фейл, я бы даже сказал, самый жирный фейл. Вот за всю историю, поэтому... Так, да я бы даже вот на эту звезду пришел. Наверное, даже не буду пока тратить влияние. Дождусь, пока у нас. Так, да, что-то я хотел. Я с этими хотел дальше поторговать. Так, предложить торговое соглашение. Соглашение об исследованиях. Ну, конечно же, вы со мной не подружитесь, а я с вами подружусь. 0.10 это вполне хорошо. Тихо. Так, что у нас тут? Да, я в курсе. Ребята, я в курсе. Так. Налоги, изучена физическая лаборатория, плюс одно альтернативное исследование, конечно же. Так, научный корабль здесь у нас. Давай по-быстрому, чтобы он изучил. Изучить систему. Я думаю, в два ствола они просто быстрее изучат. Сейчас, конечно, критично. Надо его отсекать, само собой. Вот, но все равно самое вкусное с этой... Падла. Видите, вот уже все. Уже плохо мне.
Вообще, на самом деле, я бы за этот кусок бы так сильно не дрался, но... Ладно. Ничего страшного. Ну, изучай. Изучай, давай. Ресурсы я тут хорошие потерял. Скажем так. Так, давай раз, потом делай два и делай три. Чего? А, очки модификации. Точняк. Так, создать шаблон. Мы можем что-нибудь выкинуть. А, например... или что-то добавить. Плюс энергокредиты, содержание роботов, плюс 10% минералов. Влияет на отношение к правителю. Прирост опыта лидера. Давайте 10% минералов. Создать шаблон. Теперь можно строить вот этих вот роботов, которые на десятку быстрее делаются. Так, эсминцы. Ну давайте эсминцы. Так, научный корабль. Раз, научный корабль. Два. Так, стоп, у меня еще один есть корабль с этим, как... Так, стоять. Так, раз, базу строй. Два, базу строй. А ты три, базу строй. Вот так. О, блин, только подождите, она почему-то 200. Ну, блин, понятно, почему она 200 с фигом стоит. 135. Так, тогда сначала вот эту. Братан, привет, год... Годот, чё там, подожди, братан, привет, год полтора не виделись. Доха, привет, забыл твой ник на ютубе, и где-то минут 30 тебя искал. Пётр, как ты мог меня искать где-то минут 30? А, не был подписан на мою группу в Контаче. Ну ладно, бывает, бывает. Это на самом деле здорово. Хорошо, что встретились. Здравствуй. Обними меня. Так, ну блин, я же уже сделал шаблон. Что не так? Ну все, ноль признаков. Нормально. Ноль этого. Все, отстань. Икс. О-ко-ко-ко-ко. Дарми меня еще смотрю, нифига себе. Эти планеты священный мир. 25 идеальных чистых клеток и заселений сразу угасшей империи на тебя флоткой. Ну да. На самом деле, у меня с этим проблем-то и не возникло бы, в принципе. Вот, с этой всей фигней. Вот, однако, да. Блин, он пока долетит. Уже, да. Уже можно будет не торопиться. Ну ладно, сколько там? 135 уже. Я думаю, пока он сюда долетит, уже это достроится. И он уже сам полетит и сам все сделает. Так, ладно, тогда давайте, наверное, тогда в эту сторону немножко покоптим. Пока у нас есть ресурсы, настроение. Самое главное, роботы. Так. Ну давайте, да, плюс 10 минералов. Потом остальную половину улучшу как-нибудь. Ассимилирую. Так. Так, улучшить. Помнишь фотку твою там-то, где... Травку ел. Да, помню. И что? Это ужасная фотография. Я ее стыжусь. Да нет, на самом деле, забавная фотография. Мне она до сих пор нравится. О, отлично. Вулканчики. Терраформация мне не нужна, как таковая. Предел управления флота. Вот это полезная штука. Мы это в прошлой игре очень сильно на себе прочувствовали. Так. Ну вот я думаю, вот так вот я себе отсеку еще. И будет вообще все здорово. Так. И у меня будет такой очень даже хороший такой кусман. Изучай. А как его зовут, кстати? Кота зовут Вареник. Тара-тара-та. Давайте с этими еще... Так, интересно, предложить торговое соглашение. Не хотят. Давайте я с ними тогда буду торговать. Надо уже с ними начинать немножко делать. На самом деле, смотрите, я что хочу сделать? Я хочу... Нет. Так, торговое соглашение. Ага, они минус косарь дают. Я очень сильно хочу с ребятами подружиться. Вот почему. Объясню почему. Лучшая выработка энергии, стоимость товаров массового спроса, темп исследований материала. Нифига себе.
Вот, я хочу занять такую позицию нейтрального такого относительно робота, да, который, в принципе, вроде как и хороший, а вроде как и хороший, понимаете, да? То есть я буду... не буду создавать федерацию, и это, конечно, все фигня, да? То есть роботы не создают, по-моему, федерации. Вот, но сам факт, что я буду стремиться к тому, чтобы сделать именно, ну, такое вот государство, если его так можно с позволения назвать, да, которое было бы нейтральным ко всем. Так, сейчас... Что-то такая фигня, у нас инженерных исследований вообще почти нет. Ладно, ждем пока. Так. Пацифистом, грубо говоря, буду играть, но потом под конец я наберу побольше сил и всем раздам люлей. Вообще, мне, кстати, интересно вообще, к чему все это приведет. Ну, имеется в виду вот вся вот эта вот катавасия. Вот, мне больше нравится, когда вот я играю в эту игру, больше всего нравится наблюдать за тем, что происходит во вселенной вокруг. То есть, как это называется, такой наблюдатель. Да, надо кому-то помогу, не надо, никому не помогу. Здравия желаю, товарищ коллективный разум. Здравия желаю. Эх. О, мы получили сообщение. Обожаю этих ребят. Где они? Это вот здесь они? Ничего себе, вы там это, проснулись. Нифига себе. Ну ладно. Тикс. Крекс, пекс, мекс, кекс. Нужна физическая лаборатория. Не физическая, прошу прощения, а лаборатория инженерная. У нас что-то с инженерными исследованиями вообще все туго. Туго, плохо, нехорошо, все пердит, мучается. А, нет, отменить. К сожалению, здесь я поставлю шахту. Так, и я пока еще нет, не могу эту штуку построить. Теперь могу. Через 12 минут. Да, Настя, спасибо. Постараюсь по максимуму потратить это время. Нам надо еще объявить 3 войны, короче. И ограбить пару караванов. Тикс. Поселенец. Поселенец. Давай. Чини. В итоге у нас сколько осталось? Раз, два, три, четыре слота здесь. И осталось раз, два. Ой, тут дофига, блин. Попой жуй. Так, опять мы на кого-то наперлись. Но, к счастью, ушли. К счастью, успели убежать. Так, что у нас там с ними? О, уже смотрите, потихонечку такое доверие так нам растет. Такие. О, а вы не такие уж и плохие, я посмотрю на вас. Так, эсминец, торпеды, не торпеды. Так, это еще энергетическое оружие. Во, вот эта лаборатория нам нужна. Производственные планы, центральный процессор. Конечно же. Не, ну такой уж таймер не надо, я думаю. Я уж не настолько там потерялся во времени. Не, я поглядываю, поверь. Так. Тик-тик-тик. Ну, как раз, смотрите-ка, мы сейчас это все себе зацапаем. Куда вообще мои эти полетели? Ничего изучает-то вообще. Это здесь? Ждем сюрприз. Это ты тонко намекаешь, что вот сейчас вот прям вот здесь вот начнется кризис у меня, да? То есть этот разумные роботы начнут меня атаковать. Так, нет, здесь ждем. Вот здесь еще можно было бы биологическую засунуть. Хотя, блин, биология мне не особо сильно интересна, поэтому я думаю, мы вот так вот сделаем. Пару физических, потому что они... У нас, блин, социальных, вот смотрите, блин, ты нифига себе. Не, ну ничего себе. Так, уже почти достроился робот. Построить поселенца. Построить еще одного поселенца. Вот тебе нифига себе. Хлебушек. О, спасибо. Петручас. Спасибо огромное. Только я хотел, как это называется, сказать. Так, сейчас прирост опыта лидера.
Блин, у меня пока этого нету. После накопленных исследований... Не, под конец. Конец прокачаем. Только я хотел обрадоваться, что наконец-то у меня с этим отношения налаживаются. И с этим отношения налаживаются. Как вдруг они объявляют соперничество, и я такой, кек. Мне главное не попасть под перепути. Но в любом случае я за вот этого мужика, потому что он сильнее. Ну, это знаете, как проверить, да? Очень легко. Не по зубам, вот, и... Не поз... А, ну ладно, вы там деритесь. Короче, ребят, вокруг меня собралось две развитые империи с самого начала. Ну это так, к слову. Просто фартануло. Ну или не фартануло, это кто как решает на самом деле. Интересно. Так, ладно. Сюда этого, сюда. Шахт надо больше. Нам нужны шахты. А еще нам нужны рабы. Но больше шахты. Ну, если что, я не накосячил я, а игрушка скучненькая. Ну, это как сказать, на самом деле. Здесь такие баталии иногда разворачиваются. И тут даже больше интересно, наверное, не саму игру смотреть, да, а то, как я бомблю с нее. Вот. А по поводу интересно-неинтересно, подходи сегодня на игроманию. Вот. Ну ты же не знаешь, что я на игромании стримлю. Короче, смотри. Оу, блин. Оу, май. Так, сейчас надо найти самого прокачанного и туда вот уже... по этим штукам летать. Вот, в общем-то, сегодня у меня там будет стримчик по Том Райдеру, самому первому, самому второму, вот, 98-й, что ли, год, или 97-й, что ли, год, я не помню. Какой-то из этих годов, короче, относится к этому, к этой замечательной игре. Так. 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 блин, там аномалия была. Ладно, ничего страшного. Так, что тут улучшить можно? И что? О, инженерная лаборатория. Just in time! Скорость строительства сооружений. Раз. Yes, два, три. Что с Атакеша за игромай? Ну ладно, я ссылочку скину в конце стрима, не переживай. Нормально все будет. Ты не пропустишь, поверь. Так. Шлепнули здание. Шлепнули сюда вот этого мужика. Так. А, ну и все, получается, мы до конца забили эту планету. Найс. Это хорошо. Это мне нравится. Так, а на этой планетке еще придется потрудиться. Так. 54. Тут столько даже нету. Не хватает 13. Давай. Вот почему-то мотивы этой музыки, вот именно вот этот проигрыш. Ту-ру-ру-ру. Мне почему-то всегда кажется, что сейчас зеленоглазое такси, короче, начнет. Нет. Подождите. Это то, о чем я думаю? Так, сейчас, погодите. Закрыть границы. Найс. Мне потом почему-то показалось, что они в центр сюда залетят сейчас и построят там свои базы, потому что здесь так можно. И это не возбраняется. Потому что если они сделают именно так, то я, к сожалению, уже не это, как его, их отсюда санами вениками не выгоню. Да, у меня немножко испортились отношения, но ничего страшного. Минус 10 это не так больно, на самом-то деле. Минус 8, к тому же, да, так, мы рады встрече. Вот, торговцы. Наконец-то появились торговцы. Я их ждал. Так, F2, по-моему, да, F2. Смотрите, что можно делать. Связь. Я хочу купить немножко минералов. Вы сейчас серьезно? Я хотел бы купить минералы.
Я что-то тупанул, да? Это ежемесячно. Фига себе, они пофиксили, оказывается. То есть... Смотрите-ка, как здорово. Раньше объясню, как это работало. Смотрите, ребят. Раньше ресурсы просто обменивались. То есть вот у тебя есть 10 тысяч, допустим, 10 тысяч этого... энергии. И ты 10 тысяч один к двум обменивал на кристаллы. А сейчас, блин, сделали через инкам это все. И я, честно говоря, в шоке. Я никогда такого не видел. Это беспрецедентно. Это ужасно. Это да. За это стоило бы лишить шляпы. Давай, копись. Вот это, конечно, начало игры меня немножко расстраивает. Когда вот прям вот так все медленно. 2 минуты. Ага. А я знаю. Так, планетарный процессор. Вот эти квадратики у нас здесь появляются еще. Так, что у нас тут построилось? А, ну это я на это, как на будущее построил. Да и можно, в принципе, сюда построить поселенцев. Ого-го-го, притормози. Слышите, такой брум-брум-брум-брум, и там ого-го-го. Не могу просто. Так. Икс. Что там? А, базовые боевые эти. О, и помощь в исследованиях появилась. Надо же. Вовремя. Давайте возьмем помощь в исследованиях. Подходит конец срока действия. Так. Предложить торговое соглашение. Так, а что вы ко мне так... А, нет, все нормально. Доверие у нас растет. Доверие растет. Хорошо. Просто видите, я очень скрытный, поэтому я закрыл свои границы. Но это я типа от своего имени отмазываюсь. Здравствуйте, наши машины очень скромные, поэтому мы закрыли границы. Сколько стрим идет, до скольки? Стрим сейчас закончится буквально через пару минут. Нет, ребят, уже сейчас заканчиваю, потому что у меня следующий стримчик на Игромании, поэтому да, там мы будем проходить Tomb Raider 2. Вот, я уже все настроил, хоть и левой пяткой правой попу. Но я надеюсь, что сегодня все заработает. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь. Завтра стрима, к сожалению, не будет. Завтра у меня вообще turning point на работе. Да, то есть, или под другими словами, переломный момент. Вот, надо будет завтра вообще выложиться по полной. Вот, чтобы все получилось. Поэтому, сорян, завтра стрим не смогу провести. Но зато в пятницу, возможно, будет стрим побольше. Подлиннее, я бы даже сказал. То есть я даже, наверное, часа в 4 начну, и мы также с вами до 9 будем играть в Stellaris. Плесков, здравствуй. Добро пожаловать в нашу дружную семейку. Я из-за тебя и еще нескольких ребят тоже бороду растить начал. Круто. Я популярен! Ладно. Вот, и там целый день Stellaris, и я надеюсь, я не сдохну, конечно, пополам. Но мне хочется, конечно, вот, ну, продолжить немножко. На следующей недельке мы начнем уже, наверное, играть. Ну, потихонечку Stellaris отойдет на задний план. Вот. Мы начнем играть в Kingdom Coming, да, как-то так она называется, Kingdom Comes. Вот, и потом после него выйдет Far Cry, и я как раз в день релиза постараюсь замутить вообще стрим на целый день. Вот, то есть как бы, ну, я не помню, когда он релизится, 23-го, что ли, марта, или 28-го, не помню. Притормози, Антоха, отдохни, да. Если ты думаешь, что я напрягаюсь, я совершенно не напрягаюсь. Мне честно, мне это просто нравится, мне это доставляет удовольствие, имеется в виду, ну, вот играть, общаться, поэтому я совершенно как-то спокойно ко всему отношусь и не устаю, и не это. Так что спасибо за заботу. Вот я сейчас, конечно же, закончу. Помощь в исследовании теперь дает одно единство. Вот так вот. Так, стоп, а я помощь в исследованиях вообще изучал? Сейчас. Помощь. А нифига. А здесь можно изучить? Не, нельзя. Потом изучу. Ничего страшного. Невелика потеря. Так, ладно. Сейчас вот эта дырка тут закроется. А, нет. Отменить. Это должно быть в столице. Вот так.
А, это везде можно сделать? Центральный процессор. А я думал, только в столице. Я вот что-то и поднапрягся. Ладно, хорошо. Окей, окей, very nice, very nice. Ага. Выложила ссылку. Сейчас я выложу ссылку, ребят. Сейчас. Так, communications alert. Галактике достаточно угроз, мы предлагаем... я пока это прикрою. Вот, ладно. На этот раз я... Что там у нас? Кто-то не работает? А ну работать. Так, на этот раз я просто сохраняюсь. Тектрон! Тектроне! Один. Все. Совершенно спокойно выхожу из этой замечательной игры. Очень жалко, но... Надо бежать уже в следующее местечко. Так, сейчас я скину ссылочку. Скину ссылочку на игроманию. Та-та-та-та-та-та-та. Так. Вот здесь вот. Вот здесь вот, ребят. По этой ссылочке. Ищите меня. В 9 часов будет игромания. Вот. Как это называется? Сегодня в 9 часов я буду играть во второй Tomb Raider именно по этой ссылочке. То есть здесь стрим не будет. На своем канале я не буду стримить, буду стримить там вот так. Поэтому все приходите, ребят, пишите, я там всем отвечаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. В общем, надеюсь, вам сегодняшняя серия понравилась. Надеюсь, не сильно у вас бомбануло с того, что я проиграл предыдущую игру. Ну, блин, первый раз за этих засранцев, кто бы мог подумать, да? И еще вот сверху, эти, как его, сверху, получается, были... развитая раса, да, и снизу еще меня подбили. И, в общем, как-то, да, как-то нехорошо получилось. И третий еще такой пошел ко мне, подтянулся руками. Ну, сейчас-то все будет хорошо. Вот за роботов-то я хорошо играю. Ну, наверное. В общем, ладно, ребят, всем еще раз вам огромное спасибо. Завтра стримчика не будет, а вот в пятницу подходите. Скорее всего, будет большой стримчик. Я пораньше, говорю, начну, поэтому... быстрее там, я не знаю, разбирайтесь с делами, там все такое, там пораньше с работы сматывайтесь, да, наверное, не в 6 часов, а в 4 начну на 2 часа пораньше, чтобы побольше поиграть в этот великолепный Stellaris. Ну, ладно, ребят, спасибо вам огромное за просмотр, до новых встреч, пока! Ту-тю!